Уважаемые коллеги, я бы хотела всех поприветствовать еще раз на нашей конференции и на заседании нашей секции. Меня зовут Пивоварова Елена Вячеславовна. Я доцент кафедры МГИМО, кафедры немецкого языка. И хочу поблагодарить вас за проявленный интерес к конференции нашего вуза и надеюсь, что, судя по темам сегодняшних докладов, заседания и дискуссии у нас будут не менее интересными, чем вчера, и мы затронем очень важные проблемы преподавания перевода. Нужно сказать, что аспект перевода очень важен в нашем вузе, ему отводится достаточное количество часов, и что касается кафедры немецкого языка, я могу сказать, что мы очень заинтересованы в каких-то новых предложениях, в обсуждении новых методик обучения и так далее. Поэтому лично я очень заинтригована темами, которые представлены сегодня на секции, и буду ждать каких-то новых для себя открытий в плане вот в этой области обучения переводу. Ну, немножко скажу пару слов о организации нашего процесса, процесса обсуждения и выступлений. Мы договорились, что регламент выступления составит 20 минут. Это сюда входит время на доклад и на вопросы, скажем так, такие по горячим следам, то есть сразу после выступления или по поводу текста, который касается текста выступления и так далее. Вот. И в конце мы уже можем высказаться по общей тематике, по проблемам, которые были затронуты в этих докладах. Что касается порядка выступления, то хочу отметить, что вот наш доклад с моей коллегой из МГЛУ стоит под номером 3, но мы решили, что мы уступим вначале нашим коллегам, вначале выступят наши гости, а затем уже под номером 7 выступим мы. Поэтому ну, немножко на один номер порядок выступления у нас сдвинется, и мы выступим в конце. Что еще? Ну, возможно, у вас есть какие-то вопросы или предложения, пожелания по поводу проведения нашего заседания. Тогда предложение начать выступление. И под номером 1 у нас в списке наш гость из Санкт-Петербурга, из Российского государственного педагогического университета, Татьяна Витальевна Юдина. Мы приветствуем Татьяну Витальевну. Спасибо, Елена Вячеславовна. И я сейчас выведу свою презентацию, а вы мне просто подскажите, вот такой шрифт виден? А, ну, наверное, мы пойдем. Да, вполне виден. Вполне, да? Тогда... Сейчас да, вот начинаю. Ну, я не знаю, будут ли открытия какие-то после моего доклада, потому что мой доклад – это скорее такое размышление, с одной стороны, консолидация моего опыта, а я работаю, вот как видно из слайда, на кафедре перевода в РГПУ имени Герцена в Санкт-Петербурге. И в основном в последние годы я работаю на магистерской программе. Магистерская программа у нас называется «Практика и дидактика перевода». И все те примеры, которые сегодня я буду приводить, и когда я буду говорить вообще о моделировании устной переводческой деятельности, то я прежде всего имею в виду как раз-таки обучение в магистратуре и моделирование именно в рамках магистратуры, потому что все-таки бакалавриат по своей специфике немного отличается. Ну и отличается также и школа перевода, потому что это такое более высшее звено, хотя мы делим какой-то ресурс, в том числе и для проведения вот таких конференций.
Ну, я прежде всего хочу сказать, что успешная подготовка переводчиков предполагает освоение студентами, будущими переводчиками, профессиональные компетенции, которые востребованы сегодня на современном рынке труда. И поэтому в создавшейся практике обучения переводу активно используются элементы, я боюсь сказать, что всегда полномасштабное моделирование, элементы моделирования реальной переводческой деятельности. Но прежде чем говорить о том, как именно идет моделирование в рамках моделирования устной переводческой деятельности в рамках нашей магистерской программы, я хочу обратить ваше внимание на некоторые аспекты моделирования переводческой деятельности. Ну, прежде всего, что мы понимаем под моделированием? Хочу освежить вашей памяти. Наверное, все знают, простите, если повторяюсь. Моделирование переводческой деятельности рассматривается как создание межкультурной, профессиональной, многоязыковой среды, которая не только способствует совершенствованию, собственно, переводческих компетенций, но и нацеливает на решение каких-то других сопутствующих переводу проблем, возникающих в той или иной переводческой ситуации. Безусловно, моделирование устной переводческой деятельности рассматривается нами и вполне оправданно как фактор оптимизации процесса обучения различным видам устного перевода. В практике обучения моделирования переводческой деятельности в аудитории представляется главным фактором, влияющим на формирование мотивации студента. Ну, кроме того, конечно, моделирование переводческой деятельности в процессе обучения позволяет студентам конструировать коммуникативное поле своей будущей профессии. Ну и я уже не говорю о том, что образовательные стандарты третьего поколения предписывают нам использование интерактивных методов в учебном процессе и нацеливают нас на создание профессионально ориентированной среды. Таким образом, главным фактором успешной подготовки переводчиков является именно межкультурная среда, в которой и предстоит работать в будущем переводчику. На переводе конференций, дискуссий, встреч, переговоров и так далее. Чтобы продолжить разговор о моделировании устной переводческой деятельности и рассказать, в какой мере оно присутствует у нас в учебном процессе, я кратко остановлюсь на содержании обучения в магистратуре «Практика и дидактика перевода», для того, чтобы в дальнейшем было понятно, почему используются те или иные виды моделирования. В течение первого года он почти весь год отведен последовательному переводу, поскольку наши абитуриенты, наши кандидаты на программу и наши студенты в магистратуре – это студенты, как, среди них они могут знать прекрасно иностранный язык, но у них нет совершенно опыта перевода, и поэтому они начинают учиться, в общем-то, только в магистратуре. И, честно говоря, это было наше основное такое разочарование, потому что мы не видели разницу. Мы все-таки надеялись, что к нам в магистратуру придут другие абитуриенты, но иногда приходят абитуриенты, которые вот никогда не учились переводу и знают о переводе что-то только вот по каким-то источникам. Может быть, даже кто-то работал по практике. Поэтому вот приходится при отборе абитуриентов всегда ну, очень многое принимать во внимание для того, чтобы сделать хороший набор, что не всегда получается, должна сказать. Поэтому мы начинаем с последовательного перевода. Это монологический, диалогический перевод, ну, конечно, односторонний и двусторонний, но все-таки во втором семестре первого года обучения вводится синхронный перевод. Конечно, присутствует как такой некий мостик, перевод с листа, ряд упражнений и так далее. Введение синхронного перевода уже во втором семестре связано еще с тем, что второй год обучения у нас довольно такой
по своим учебным неделям краткий, не очень много времени, во всяком случае, на синхронный перевод, на второй год обучения, а этот год полностью посвящен синхронному переводу, отводится не столько времени, сколько в первом семестре на последовательный перевод. И поэтому мы начинаем все немного раньше. Ну, синхронный перевод только на родной язык. Здесь, правда, это зависит от преподавателя, но, как правило, это сочетание с последовательным переводом, с переводом с листа и синхронным последом, если позволяет оборудование. Но это SimConSec, наверное, все знают, бурно развивается в последние десятилетия. То есть вот если позволяет оборудование, ну, у нас вроде бы с этим все в порядке, все это сочетается с, собственно, синхронным переводом. Вот перед вами на слайде я попыталась изобразить условия для такого полномасштабного моделирования ОПД. Полномасштабное довольно условно, конечно, звучит. Это, может быть, не все компоненты ситуации моделирования устного перевода, но, тем не менее, такие ключевые, как я считаю. Ну, во-первых, естественно, нужны носители изучаемых языков и культур, и среди них, как правило, бывают, если мы не будем говорить о ситуации этого года, и представители международных организаций, которые приезжают иногда к нам по договоренности, иногда в школу перевода, и мы этот ресурс используем вместе и заранее имеем это расписание и подстраиваем свои ситуации моделирования под эти приезды. Это переводчики, которые тоже приезжают в основном. Это преподаватели перевода, которые работают у нас на разных кафедрах, и на нашей кафедре есть преподаватели-иностранцы. И, наконец, студенты. Но я здесь имею в виду не только наших студентов, конечно, а еще студентов, которые приезжают к нам, приезжали и, надеемся, будут приезжать, потому что договора все остаются в силе, приезжают по академическому обмену. Ну, обычно приезжают не на период не менее 3 месяцев, и поэтому все-таки за этот период уже можно что-то спланировать. Здесь есть, правда, много «но», потому что не все студенты и не все представители международных организаций, не все переводчики могут сыграть, потому что все-таки моделирование – это такая, по большому счету, игра, где должны все выступать как на сцене, ну, по крайней мере, отрепетировать заранее какие-то моменты. Конечно, нужны аутентичные материалы речи какого-то мероприятия, потому что, как правило, вот если мы говорим о такой полномасштабной ситуации моделирования, то речи должны быть аутентичные, мероприятие должно быть реальным. Конечно, соответствующее материально-техническое оснащение и время. Время, так, я его упоминаю последним, но это ни в коем случае не означает, что вот я назвала все эти факторы, и они в такой вот степени важны. Важно все абсолютно, потому что время на подготовку мероприятия – это такой очень-очень важный момент. Потому что здесь можно выделить организационную подготовку, которая прежде всего ложится на плечи преподавателя, который ведет устный перевод и который может организовать команду, потому что одному вот такое глобальное мероприятие организовать, конечно, очень сложно. И поэтому это преподаватель, который может организовать команду. Команду преподавателей, возможно, тот, кто работает на этой же программе, ведет другие предметы, ну вот, в частности, то, как это у нас
и есть в настоящее время, и даже вот мои коллеги, которые обычно входят в команду, они тоже сегодня присутствуют и будут выступать. Правда, с другой тематикой. Подготовка речей. Подготовка речей в данном случае, вот во время такого полномасштабного моделирования, не ложится на плечи студентов. Мне это хочется подчеркнуть, потому что очень, конечно, удобно переложить на плечи студентов, дать им задание и сказать, чтобы они готовились. Но на самом деле студенты заняты другим. Они заняты подготовкой к переводу, а речь готовят либо организаторы, либо ораторы. А ораторы с удовольствием это делают, кстати, сами, и обрабатывают речи, они предоставляют глоссарий, необходимый студентам, они даже подсказывают им, где поискать какие-то тексты, которые пополнят их фоновые знания и помогут им в переводе и так далее. И фактически даже вот у студент, который, конечно, в основном разрабатывает тоже сам глоссарий и такое на него ложится, и такая нагрузка на него ложится, и пополняет свои фоновые знания, вот это не, проходит не только в период предварительной подготовки до ситуации моделирования. То есть вот если мы возьмем, если мы обратимся к терминологии Жиля, то это можно назвать это last minute, да, есть еще такая подготовка, как last minute preparation, and in-conference preparation, то есть студенты готовятся буквально еще и в последнюю минуту, когда у них есть возможность уже что-то услышать и что-то понять. Ну и, конечно, во время самой конференции, когда в докладах звучат и какие-то термины, и приходит какое-то понимание, и есть среди студентов тоже командная работа, во всяком случае студенты на это нацеливаются, когда они могут друг другу в чем-то помочь. Но немножко другая, более подробная терминология у Калины, и вы это тоже можете видеть. Я хочу только обратить внимание на одно, что у Калины присутствует еще post-process activities, что тоже очень немаловажно, потому что вот эта рефлексия тоже очень важна. И все то, что можно будет зафиксировать после этого, вероятно, как правило, студентам может пригодиться и в дальнейшем. Но масштабное моделирование не может быть регулярным, как вы понимаете. Во-первых, по целому ряду причин. Ну, во-первых, требует все-таки большого количества иностранных представителей, что вряд ли себе могут позволить большинство российских вузов. Потому что я сейчас говорю о нашем вузе, но я прекрасно понимаю, что когда я это организую, то мне в помощь вся школа перевода. Да, потому что школа перевода и поддерживает все время связи с иностранными представителями, у них есть расписание, кто когда приедет. У других вузов, возможно, такой возможности нет. Но, кроме того, невозможно воспроизвести в аудиторных условиях полностью всю ситуацию перевода. Например, сессию ООН, конференцию, форум. Это очень-очень много таких элементов, которые все-таки нельзя перенести вот в аудиторные условия. Не все материалы и выступления реального мероприятия доступны, к сожалению. Да, бывает и так. Набор рабочих языков ограничен. Так, например, у нас в нашей магистратуре хорошо развита инфраструктура для русского, английского, немецкого, французского, но некоторые годы мы еще набираем испанский. Но для последних лет это, к сожалению, не характерно. У нас очень маленький выбор среди людей, владеющих испанским языком. Ну, кроме того, это требует времени и кропотливой организационной работы.
И поэтому, да, но я все-таки вернусь, чтобы вот не смущать следующим слайдом, я скажу, но тем не менее, все равно удается раз в год, как правило, это второй семестр, проводить вот такое мероприятие. Оно требует, конечно, огромной подготовки и много времени. Ну и кроме того, это мероприятие позволяет совмещать разные, объединять разные виды перевода. То есть во время одного мероприятия студент может переводить с листа, он может выполнять последовательный перевод. Здесь уже все зависит от того, как организаторы организуют это мероприятие, но, как правило, мы стараемся включать туда и приветственные речи, которые могут быть переведены в последовательном режиме. Прошу прощения, осталось 2 минуты. Да, и я уже заканчиваю. И это может быть перевод с листа, ну и, конечно же, синхронный перевод. Но это только в конце обучения. А вот в процессе обучения, конечно же, присутствует учебно-тренинговое моделирование. Я его вот так назвала, но не только я его так называю. Я встречала этот термин и в другой литературе. То есть в течение семестра на этапе формирования навыков конкретного вида перевода может быть организована ситуация перевода переговорного процесса, круглого стола, дискуссии, интервью. Кроме того, на этапе проверки уже сформированных компетенций в течение семестра, в конце семестра может быть и контрольное моделирование, все зависит от условия. Я хочу только подчеркнуть, что студент в любом случае всегда выполняет только роль переводчика. Потому что если нужно, например, приготовить речи, здесь уже не обязательно их готовят организаторы или ораторы. Вернее, ораторы как раз могут, но в качестве ораторов выступают уже не просто представители международных организаций, их может не быть в этот момент. Могут выступать, допустим, студенты другого курса, другой магистерской программы, могут быть преподаватели кафедры просто. Ну, в конце концов, на конференциях тоже не всегда выступают на английском языке носители английского языка. Или на немецком не всегда выступают носители немецкого языка. Ну, вот такое условное допущение мы себе позволяем. Ну, здесь я просто кратко привожу вам такую схему. Я думаю, что все этапы моделирования вот, разделены на три фазы, о которых, в общем-то, я сейчас и говорила. И я хочу сказать, что вот есть обязательно этап рефлексии, то есть оценка опыта и результатов. Обычно это по завершению занятия, по завершению ситуации моделирования. Ну и в качестве выводов мне хотелось бы привести сказать об образовательном эффекте моделирования. Ну, во-первых, образовательный результат будет зависеть, наверное, от того, каким образом моделирование той или иной переводческой ситуации встроено в образовательный процесс. И, конечно же, эффективный результат моделирования устной переводческой деятельности дает при определенной цикличности подготовки, разработки, проведения и обсуждения итогов. Ну, наверное, я уложилась. Если на этом я заканчиваю, и буду рада ответить на ваши вопросы, потому что, наверное, за кадром осталось многое, что еще можно было бы сказать, но я постараюсь, отвечая на ваши вопросы, что-то уточнить. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Пожалуйста. Смотрите, у меня возникло 2 вопроса по ходу
доклада. Во-первых, меня интересует, есть ли такое понятие у вас, вот, как, например, ну, спонтанный перевод, я имею в виду без вот, разработки там, глоссариев, да, вот к этому мероприятию, я так поняла, вот такому основному итоговому студенту готовится. Но в реальных условиях переводчик, ну, бывает такое, что подготовиться нельзя. Вот ставите ли вы студентам вот такие условия, когда это без подготовки? Это первое. И меня интересовал вопрос оценивания вот этого мероприятия. Это идет как итоговое, это экзамен. Как и кто оценивает работу студентов вот на таком мероприятии? Вот это вот два момента, которые меня интересовали. Если вы ответите, большое спасибо. Первое, да, конечно, есть даже специальные занятия, когда мы студентов учим преодолевать разные трудности, с которыми они столкнулись, которые непредвидены, возникли непредвиденно. То есть студентам мне, например, предлагаются для перевода речи, и там есть какие-то каверзы, иногда есть какой-то словарь, но иногда приходится помогать с чем-то. Это какой-то там термин, но, как правило, есть такие занятия, да, студенты этому учатся в процессе семестра. Но сейчас, вы знаете, даже если они не готовятся заранее, вы знаете, они не расстаются со своими гаджетами. Когда они успевают посмотреть в этот гаджет, я даже не могу уследить. Понимаете, сидят, но они мгновенная реакция, и все. Они не просто могут посмотреть, они могут веером все разослать друг другу. То есть это происходит мгновенно, но тем не менее это есть. Это есть и при переводе на английский, с английского на русский, и с русского на английский, которые есть как упражнение. А что касается оценки, значит, я еще раз скажу, и, что вот полномасштабное, так, ну, полномасштабное условно, простите меня за то, что я повторяю это, но масштабное мероприятие, масштабное моделирование проводится, как правило, в конце обучения на магистерской программе. Его не было в прошлом году и не будет в этом году, к сожалению, потому что границы закрыты, и те ресурсы, которые есть у нас, их просто недостаточно. И было бы, и самое главное, студентам нельзя собираться пока вот вместе. Но тем не менее. И дальше есть, ну, я, может быть, попозже найду у себя в компьютере, я вам покажу, есть такая таблица, по которой оцениваются наши студенты, и это анализируется потом. Обязательно покажу, сейчас найду. Ну, оцениваете, ну, вы преподавательский состав, ораторы, у вас тоже кто-то... Оценивают вот... ораторы и преподаватели. Когда мы собираемся, вот такой лист, и мы все сначала обсуждаем, но мы обязательно говорим все студентам потом. А их выступления, ну, переводы студентов, они записываются или только, ну, вот, как? Нет, мы не записываем переводы. Это очень, ну, я бы сказала, и нервирует студентов тоже. И мы отвлекаемся, и вот просто... Нет у нас такой вот инфраструктуры, когда мы бы хорошо могли записать. Хотя, в принципе, можно было бы и записать сейчас тоже. Но мы не записывали. Спасибо. Во время экзамена записывают, да. Я хотела бы поблагодарить Татьяну Витальевну за то, что поделилась ценным опытом о моделировании ситуации. На самом деле для меня были открытия. Большое спасибо, Татьяна Витальевна. Ну, поскольку я преподаю общественно-политический перевод, я не могу не задать вам тоже вопрос. Вы говорили о моделировании ситуации, например, заседание сессии ООН. То есть это говорит о том, что все-таки вот больше перевод направлен на, ну, скажем так, на перевод текстов общественно-политической тематики, или я ошибаюсь? Да, да, потому что все-таки, вы знаете, мы бы с удовольствием, есть и другие, конечно, мы, но в основном, когда речь идет о доступности материалов,
то больше всего именно вот по такой тематике. Конечно, у нас была одна конференция с представителем ФАО, и это была продовольственная программа, там были выступления министров сельского хозяйства, но они были достаточно популярные. Конечно, там были такие термины, как удобрения, там что-то и так далее. Но, к сожалению, вот эти материалы он предоставил нам сам. Он сказал, что это с разрешения, вы можете их использовать, и передал нам, они были в напечатанном виде. Нам не удалось найти их в интернете, он просто работал сам, и у него вот был пакет этих материалов. Какие-то еще удается находить, но, как правило, для того, чтобы вот это все жило и работало, это все-таки общественно-политическая тематика. А еще один такой маленький вопрос возник, вот уже по ходу, когда сказали про ООН. Смотрите, вот на конференции, которую организовал МГИМО, таким, скажем так, лидирующим месседжем звучит мультидисциплинарность, да, и привлечение других специалистов, ну, скажем так, к процессу там перевода, образования и все остальное. Вот меня в этом плане интересует. Я знаю, что, например, ну, как, у меня там второе образование, это я геолог, и я знаю, что к нам в Институт геологии приезжают тоже, ну, скажем так, мы приглашаем специалистов. Вот, то есть это немного другая тематика, это не обязательно ООН. Ну, вы понимаете, о чем я? То есть, а не пробовали ли вы сотрудничать с другими институтами, ну, вот хотя бы в Санкт-Петербурге, и у них же там приезжают специалисты из других направленностей, не обязательно общественных, потому что переводчик, это не обязательно вот там, скажем так, общественно-политическое. То есть нужно иногда переводить и юридическое что-то, и геологическое, и медицинское. То есть вот это вот разнонаправленность. Ну, не только... Она присутствует только на уровне тренинга, когда мы все-таки берем разные тематики. К сожалению, вот нам кажется, что 2 года это много, но на самом деле, если посчитать учебные недели, их не так уж много. И поэтому, конечно же, вот обращаться еще и в другие вузы и заниматься, то есть к любому приглашению нужно готовиться, и это такой особый блок в образовании. Поэтому вот сразу говорю, нет, этого мы не делаем. Я поняла. Просто у меня тема доклада была как раз вот эта блочность. Да, я помню, я вчера присутствовала. Да, вот эта вот блочность, это самое. И как раз вот, ну, хорошо, да, я поняла, большое спасибо. Да. Если можно как-то потом вот презентацию, я видела там ваши контакты тоже, я не успела просто их записать, но я смотрела, что презентация не есть. Я вот попросила там как-то, если презентация, может быть... Вы знаете, все мои контакты есть просто на сайте, поэтому я сказала, что вот я с кафедры перевода, если вы откроете мою страницу, там все есть. Почта, телеграф, телефон, мосты. Я поняла, ну это РГПУ, да? Да. РГПУ да. Имени Герцена, да. Я знаю, я там была, это был 2019 год еще, вы проводили Translation for Russia, я уже об этом говорила, да, то есть я знаю, где это. Спасибо. Дорогие коллеги, я понимаю, что доклад был очень интересный и вызвал дискуссию, но, тем не менее, призываю вас также помнить о регламенте. Еще раз благодарю Татьяну Витальевну за очень актуальный и интересный доклад. И спасибо. Передаю слово нашему следующему гостю из Академии общественных наук КНР Беляевой Татьяне Николаевне. Татьяна Николаевна, добрый день. Добрый день, коллеги. Я хочу исправить эту смехотворную ошибку. Меня отправили в Китай, но это, конечно, просто удивительная ошибка. Знаете, к Китаю не имею никакого отношения совершенно. Я работаю в Москве. Я сейчас открываю свою презентацию, и там как раз будет... Ой, извините, пожалуйста. Так. Я должна демонстрацию экрана включить. Вы знаете, я перед этим посмотрела специально в поисковой системе, нашла Академию общественных наук, которая действительно есть в Китае, и вот очень удивилась. Ну, она есть, наверное, да. Сказать честно, я с ней
Незнакомо. Так, сейчас я пока слайды включу. Так. Нажмите сначала. Так, одну точку. Самый левый угол. Ну, там. Вот, все, в порядке. Ну, вот вы видите, где я работаю. Я работаю на лингвистической программе в МИСИС. В МИСИС есть лингвистическая программа, и там даже готовят переводчиков. Вот. И я работаю в Высшей школе экономики. Там преподаю, как и в МИСИС, устный перевод. Вообще устный перевод я преподаю довольно-таки давно. Вот. И я буду говорить сегодня об очень практической вещи, которую я сама использую, и когда-то мне пришло в голову, что есть проблема, которую нужно решить, вот, и, соответственно, вот я нашла некоторое, мне кажется, ее решение. Когда мы начинаем только обучать людей устному переводу, то у них возникают проблемы вполне понятные. Если кто-то здесь преподает устный перевод, он с этой проблемой знаком. Это паническая реакция на то, что они слышат, и из-за этого у них, у студентов происходит просто паралич всех способностей, и они говорят, мы ничего не можем запомнить, или мы ничего не можем записать. Дело в том, что я учу еще переводческой записи, и эта запись у нас рассматривается. Понятно, что есть разные способы записывать по-переводчески. Мы это делаем вот по той системе, которую предложила Елена Вадимовна Аликина. То есть у нас запись основывается на теморематической структуре. И значит, для того, чтобы записывать, нужно фактически очень хорошо уметь анализировать то, что слышишь. И вот когда они начинают переводить, используя абзацно-фразовый перевод, они говорят, мы ничего не помним, хотя мы, конечно, используем домашние упражнения, и постепенно у нас нарастает оперативная память. Но когда мы начинаем учиться записывать, люди начинают пытаться записать все, что они слышат. И мы совершенно все с вами хорошо понимаем, что все, что мы слышим, запомнить нельзя. Ни один человек не пишет со скоростью даже средней скорости говорения, ну, кроме разве что стенографистов. Вот. Что, к чему это приводит? Это приводит к тому, что при записи отпадают хвосты, так сказать, всегда во всех фрагментах. И, соответственно, теряются потери коммуникативно значимых составляющих сообщения. И основное, что нужно, на мой взгляд, объяснить студентам, что запоминать каждое слово не надо. И что писать каждое слово тоже не надо. И вот это нужно не просто сказать, это нужно продемонстрировать на примере. Это нужно показать наглядно. Иначе у нас, вот, скажем так, никто нам не поверит. Даже если мы будем очень убедительно это доносить всевозможными убедительными интонациями. Таким образом, получается, что перед нами стоят задачи, чему нужно научить. Нам нужно, чтобы студенты выделяли смысловую структуру текста в процессе ее прослушивания. Это требуется, во-первых, для того, чтобы резервы оперативной памяти экономить, то есть не запоминать все слова, хотя, я говорю, я обучаю механическому запоминанию довольно больших фрагментов, до 100 слов. И студенты к концу обучения передают эти 100 слов дословно, запомнят на слух. Но если фрагмент будет достаточно большой, у любого человека включаются механизмы аналитические, это совершенно непроизвольно происходит. И тогда, соответственно, получается, что сохраняется коммуникативно важная составляющая того фрагмента, который услышали люди. Так вот,
Соответственно, нужно показать и доказать, что, во-первых, можно выделить ту смысловую структуру, как я его обычно называю, смысловой скелет какого-то фрагмента сообщения. И нужно доказать и показать, что запоминать и записывать в особенности нужно именно это. И не нужно записывать все подряд. Поэтому нужно вести себя очень вдумчиво и осмотрительно в том случае, когда ты сидишь и прослушиваешь какой-то фрагмент, который нужно перевести, и бросаться панически, делать все, что кажется, вот нужно срочно сделать, срочно что-то такое записать, какое-то слово, которое сейчас звучит, совершенно не нужно на самом деле, даже вредно. Таким образом, вот это все нужно показать и доказать, как я сказала. Теперь, какой материал использовать, чтобы это было наглядно показано? Вот я довольно-таки много видела учебников по устному переводу. И там, где предлагаются, например, тексты для тренировки записи переводческой, я вижу, что предлагаются тексты типично письменные. Это не те тексты, которые звучат на самом деле. Возникает вопрос, так может быть тогда аудиозаписи просто-напросто использовать для того, чтобы людей обучить анализу на слух? Беда в том, что аудиозаписи, они звучат слишком быстро. Студенты не успевают проанализировать то, что они слышат. В естественном темпе речи они не справляются просто-напросто. И как в любом технически сложном процессе, сначала нужно на самом деле медленно что-то проделать много раз для того, чтобы освоить вот этот навык, в данном случае анализа при прослушивании, а уже потом ускорять тот поток информации, который они могут переварить, так сказать. Поэтому совершенно понятно, что аудиозаписи нам на первом этапе не подходят. Студенты с ними не справятся. Это типично звучащие, конечно, по своим характеристикам тексты, но они слишком быстрые. Если взять прослушивание с голоса преподавателя, вот что преподаватель читает в таком случае? Я говорю, я очень часто вижу, что в учебниках по устному переводу предлагаются просто письменные тексты. Но письменный текст организован по-другому, чем звучащий текст. Звучащая речь резко отличается по своей структуре от письменной. И получается, что такие тексты нам тоже не подходят, даже если мы их читаем достаточно медленно. У них просто структура другая, так никто не говорит. Очень часто в учебниках по переводу устному предлагаются, явно моделированные тексты, то есть те, которых они придуманные. Они нереально звучащие тексты. Вот. И получается, что даже с голоса преподавателя, по сути дела, нужно выбирать, что мы будем применять как материал на этом начальном этапе. И здесь это должен быть, с одной стороны, текст, который не слишком высокий темп говорения имеет. С другой стороны, это должен быть текст, который передает все особенности звучащей речи. И надо сказать, что эти особенности, они прекрасно отражаются в стенограмме. Это звучащая речь, которая зафиксирована в письменной форме. И она, как правило,
вот отражает даже несовершенства, те, которые были, собственно, вот, как бы в оригинале, да, то, что записывали. Во-первых, конечно, в звучащей речи всегда высокая языковая избыточность. Это совершенно понятно. Она очень разводненная. Сама структура предложения такова, что тематическая часть предложения, я сейчас говорю о теморематической структуре, тематическая часть предложения часто излишне велика. Там достаточно много повторяемости вот, в звучащей речи. Почему это так? Потому что в звучащей речи слушателю так удобно воспринимать вот, логическую структуру всего произведения речи. И это, когда мы говорим, мы это делаем, вот это разводнение, так сказать, речи, мы делаем это непроизвольно. Это просто вот как бы ну, закон построения такой. Дальше. Совершенно точно, что в звучащей речи, особенно в спонтанной, достаточно много бывает эмоциональной информации. И мы знаем, что эмоциональная информация – это информация очень в плане, так сказать, использования языковых средств, очень неэкономная. Она многословно выражается. И таким образом многословие, такая лексическая избыточность высокая, кроме вот такой структуры синтаксической, специфической, это тоже признак как раз звучащей речи. И, конечно, в речи звучащей, особенно если она спонтанная, очень часто встречаются несовершенства логические. Но если человек строит свою речь в момент, когда он ее произносит, ну, совершенно это понятно, да? Значит, вот с этим студентам нужно научиться справляться при восприятии для того, чтобы перевести. И стенограмма для этого подходит. Значит, я решила, что я буду рассматривать три этапа обучения анализу на слух. И вот анализ на слух, он, я говорю, и для абзацно-фразового перевода нужен, и уж, конечно, для перевода с записью. Значит, какие у нас задачи на этих этапах? Вот первый этап, я сказала уже, что студентов нужно убедить, что записывать или запоминать каждое слово не нужно. И нужно просто показать, насколько соотносятся коммуникативно ценные элементы в тексте с малозначимыми. И показать это можно, анализируя стенограмму в письменном виде. Мы просто берем и разбираем, что там является коммуникативно значимым, а что является, ну, иногда просто чистой избыточностью, которую можно абсолютно опустить, и она вообще не нужна нам просто, эта вещь. Вот первое – это осознать принципы анализа. На втором этапе мы делаем примерно то, что делают танцоры. Извините за такую параллель. Значит, мы принципы осознали, нам нужно научиться применять эти принципы, но сначала делать это, скажем так, медленно, потому что нужно осознавать, что ты делаешь в процессе. И вот эти тренировки, они происходят, соответственно, с помощью стенограммы. Кстати, я использую стенограммы, доступные, это записи нашей Государственной Думы. Там можно найти самые разные тематики, кстати. И там можно найти как подготовленные тексты, ну, с опорой на, видимо, какой-то набросок или, может быть, даже
там был текст речи. Вот, и есть там и спонтанная речь. И вот тут нужно тоже различать. Та речь, которая подготовлена, она все-таки отличается от спонтанной, и начинать анализировать и обучать нужно именно с более таких подготовленных текстов. Значит, на втором этапе мы, в принципе, которые мы поняли, применяем для анализа текстов. И здесь происходит, соответственно, вот отработка этого умения. И уже на третьем этапе, когда мы научились выделять то, что нужно, мы переходим к использованию переводческой записи в процессе прослушивания, потому что слушать и писать, как все понимают, довольно сложно. Да? Вот кто занимался устным переводом, понимает, что совмещение этих двух процессов, оно сложно для студентов. Значит, что у нас здесь происходит? Вот на первом этапе нам нужно доказать студенту, что все-таки коммуникативно важные элементы, они вот не так часто встречаются в тексте. Вот здесь пример текста, который является подготовленным, конечно. И вот то, что здесь выделено жирным шрифтом, это то, что мы со студентами вместе выделили как коммуникативно важное. И вот после того, как мы это выделяем, я им говорю, посмотрите, прикиньте, пожалуйста, навскидку скажите, насколько пропорция здесь представлена коммуникативно важных составляющих и, скажем так, вот не очень важных вещей. И оказывается, что коммуникативно важных элементов в этой подготовленной явно речи не так уж много, не такой уж большой процент. Вот. И, прошу прощения, осталось 2 минуты. Да-да-да. Соответственно, мы выделяем смысловую основу. И на втором этапе что происходит? Мы берем такие тексты, я беру такие тексты, я читаю их в замедленном темпе, и студенты эти тексты, это происходит в лингофонном кабинете под запись, они эти тексты как бы компрессируют, выделяя из них только смысловую основу. И они эту смысловую основу выделяют в виде простейших высказываний, типа subject, verb, object. То есть, получается, они ее проговаривают, эту смысловую основу, после каждого предложения. И получается, в остатке у нас запись смыслового скелета всего текста. После этого запись прослушивается. Мы обсуждаем ее. Как правило, она страдает избыточностью на начальном этапе. То есть склонность к избыточности все-таки есть, да, у студентов. И с другой стороны, мы смотрим, насколько полно переданы коммуникативно важные вещи. Это происходит медленно. И я говорю медленно не для того, чтобы вы все повторили, а для того, чтобы вы успели осознать, что вам нужно выделить. На третьем этапе, когда применение этих принципов выделения освоено, мы начинаем записывать. Поскольку мы уже понимаем, как выделять смысловую основу, а запись у нас основана на передаче смысловой структуры текста, теморематической, то вот здесь одновременно подключается запись, то есть здесь усложняется задача. То есть я снова говорю медленно, студенты записывают, воспроизводят потом, и мы сравниваем, что получилось. Но что получается, как бы что является результатом?
Во-первых, снимается в значительной степени паника вот эта вот перед оригиналом. Второе. Оптимальное распределение времени в процессе записи. То есть если не бросаться записывать каждое слово, то время уходит на запись того, что нужно. И у человека, который это все научился делать, появляется чуткое представление о смысловой основе текста. Он понимает, что обязательно нужно передать. И если даже этот скелет просто передать, то коммуникативная задача будет решена, коммуникация состоится. Детали какие-то могут быть утрачены, но детали, они все же не самые важные. С другой стороны, здесь возникает вопрос об ответственности переводчика. Он решает, что детали, а что смысловая основа. И вот эту ответственность мы тоже со студентами обсуждаем. Таким образом, как бы и этические вопросы тоже возникают. Ну, вот все, что я хотела сегодня сказать. Надеюсь, я уложилась. Есть вопросы? Можно? Время есть? Немного. Немного. Хорошо, я постараюсь быстро. Я прослушала все очень внимательно. Я вначале думала, что доклад будет посвящен стенографированию вообще в целом, потому что я хочу сказать, что когда я училась в институте, у нас был отдельно курс именно стенографирования. То есть преподаватель рассказывал о том, как... То есть это был еще практически отдельный язык, вот типа как там латынь изучают, там греческий... старогреческий, вот, это был отдельный язык, значками, обозначения, и, если честно, мы не очень хорошо, мы тогда на тот момент вообще не понимали, зачем нам это действительно надо, а я понимаю, что именно это было и надо, потому что именно вот именно стенографирование, оно помогает вот как мне, ну, это мне так кажется. Нет. Подождите, да, это я вот, ну, я его тоже не знаю, честно скажу, вот, потом я хотела спросить, смотрите, вот я посмотрела на подготовленную речь, которую вы показали, да, и те тексты, которые, например, из учебников. Я, если честно, большой разницы не увидела, подготовленную речь и то, что в учебниках, ну, скажем так, вот, то есть из учебников можно брать то же самое, это у вас как получится подготовленная речь и делать вот эти вот, ну, смысл, ну, вот я, по крайней мере, по подготовленной речи не увидела. Вот. И вы еще упомянули система запоминания 100 слов. Это тоже интересно. Это ваша какая-то наработка или это, ну, просто какую-то вы уже систему готовую взяли? Это не моя наработка. Я на третий вопрос отвечу. Это не моя наработка. Я начинала изначально работать по системе Ирины Сергеевны Алексеевой. Я вас отсылаю просто к книге «Профессиональный тренинг переводчика». И там это все описано, зачем это нужно делать, как это делается и так далее. Поэтому даже вот, ну, не буду ничего про это говорить. Хорошо. Почему стенография нам абсолютно не помогает? Это, записывать стенограмму – это то же самое, что запоминать все слова. Коммуникативная основа там не выделяется. И в стенограмме при воспроизведении речи последующей вам очень трудно будет выделить существенные для коммуникации факты. Я потому и говорила, это идет как отдельный язык. Это не очень многим как бы удается запомнить эти значки. У меня, например, не получилось. Вопрос не в значках, я прошу прощения. Вопрос не в значках. Вопрос в том, что вы записываете. Вот либо вы записываете каждое слово, а стенография для того, чтобы записать каждое слово, применяется. А нам, я начинала с того, что нам не нужно записывать каждое слово. Это даже вредно. Когда вы начнете воспроизводить то, что вы записали, вы, у вас просто глаза разбегутся, вы не поймете, что вам нужно воспроизводить. Я просто видела, когда люди работают, которые хорошо знают, ну, вот именно вот это знаковое, да. Они разбираются, ну, у меня так, я в этом деле точно не специалист, у меня не получается. То есть это надо, ну, не знаю, обладать хорошей, наверное... Это абсолютно неприменимая для перевода вещь.
Разве что вы сочетаете... Олег, прошу прощения, хотелось бы дать слово всем нашим докладчикам, и, возможно, останется время для дискуссии также, потому что у меня тоже есть вопрос к Татьяне Николаевне, потому что для меня это очень актуальная тоже тема, мы обучаем устному переводу, и у нас очень мало времени для этого, я имею в виду всего 4 часа, например, на 4-м курсе бакалавриата, вот тоже хотелось бы задать вопрос, но, к сожалению, регламент, прошу прощения, и повторю. Татьяна Николаевна. Конечно, да. Вот, и мы с вами продолжаем. Передаю слово нашим коллегам из МГИМО Степановой Марии Михайловне и Троицкому Дмитрию Игоревичу. Пожалуйста, коллеги. Добрый день, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Я прошу предыдущего докладчика убрать демонстрацию экрана. Да, большое спасибо. Еще раз всем здравствуйте. И мы с коллегой Дмитрием Игоревичем хотим представить доклад на тему «Тематика выпускных квалификационных работ по переводу, академические традиции и потребности отрасли». Можно? И хочу сказать, что из МГИМО здесь только я, Дмитрий Игоревич является генеральным директором агентства переводов и разработки софта, практикующим письменным переводчиком, и также он много лет преподает в Тульском государственном университете и на других площадках. Соответственно, доклад у нас сделан двумя переводчиками-практиками, преподавателями перевода, один из которых работает в ВУЗе, готовящем переводчиков, в том числе с серьезными традициями, а второй докладчик – представитель отрасли, который практически из первых рук каждый день видит, что требуется у отрасли. Пожалуйста, Дмитрий Игоревич, передаю вам слово. Большое спасибо, уважаемые коллеги, благодарю за возможность выступить перед вами. Прежде всего, если можно, маленькое такое отклонение от темы. Сегодня у Марии Михайловны день рождения. Давайте все мы поздравим Марию Михайловну с днем рождения. Поздравляем. Спасибо, да. Коллеги. Поздравляем. Всего самого наилучшего. Спасибо. Целью нашей работы является повышение, разумеется, качества подготовки переводчиков с учетом того, что и учебный процесс, и темы выпускных квалификационных работ должны коррелировать с текущими актуальными задачами переводческой отрасли, с теми видами перевода, на которые сейчас имеется реальный спрос. Для достижения этой цели были решены следующие задачи. Мы провели анализ ситуации на переводческом рынке, достаточно серьезный. Мы провели анализ выборки тем выпускных квалификационных работ. Выборка эта достаточно репрезентативная. В большинстве вузов ситуация примерно такая же. Посмотрели, насколько они соответствуют друг другу. Посмотрели соответствие распределения блоков дисциплин в учебном плане с тем, что ожидается от современного переводчика. И в конце дали ряд рекомендаций по совершенствованию выбора тем выпускных квалификационных работ и общего построения учебного процесса по специальностям, связанным с переводом. Какая сейчас у нас ситуация на переводческом рынке? Ну, конечно, прошлый год был несколько аномальным, понятное дело, что там резко вылезла медицина, да, резко упал устный перевод, но в целом уже много лет наблюдается следующая тенденция. Во-первых, идет постоянное падение объемов рынка, по крайней мере, в России, в основном это по политическим причинам, с этим мало что можно сделать, то есть рынок постоянно сжимается и сжимается, каждый год заказов становится меньше любых. При этом сжимается он совершенно неравномерно. У нас практически исчезли так называемые тексты общей тематики, потому что часть персонала компаний, которые заказывали, выучила английский язык, потому что с такими простыми текстами уже начал справляться машинный перевод. Но при этом стабильный спрос, могут вечно работы завалены, на перевод специализированный, который выполняется специалистами в какой-то соответствующей области. То есть это научный, технический, медицинский, юридический, аудиовизуальный перевод. Поэтому получается, что на подобном рынке преимущество имеют не лица с дипломом перевода, с дипломом переводчика, а лица, которые имеют образование в соответствующей области или имеют два образования. Я вот в Тульском госуниверситете как раз обучаю ребят на второй вышке, у них исходная вышка по IT, а потом они со второго курса получают еще вторую вышку по переводу.
растет спрос перевод на иностранный язык, с этим достаточно ситуация тяжелая, потому что, как правило, переводчики при переводе не на родной язык допускают достаточно много ошибок, к сожалению. За пределами городов-миллионников устного перевода нет. Вот меня несколько удивляет такое какое-то дико повышенное внимание в вузах устному переводу. На самом деле на рынке устного перевода за пределами Москвы и Питера, там еще пара городов, нет вообще. Я вот живу в городе Тула, 200 километров от Москвы, 600 тысяч населения. У нас устного перевода нет, ноль вообще. Вот последние 10 лет в городе Туле не было ни одного заказа ни у кого на устный перевод. И такая ситуация на, наверное, 90% территории России. То есть надо понимать, что устный перевод – это очень крайне такая вот локальная вещь. Очень интересная отдельная тема – аудиовизуальный перевод, которым тоже надо обучать, потому что это растущий рынок. Если перевод специализированный, то это царство английского языка. Ну, в качестве примера у нас несколько лет назад под Тулой запустили китайский завод компании «Хавал», который джипы выпускает. И, конечно, все тульские китаисты очень надеялись, что они получат много заказов. Они не получили ни одного заказа, потому что китайцы привезли всю документацию на английском, сами общаются на английском. Они подчеркивают, что им проще технически все вещи обсуждать на английском языке. И такая ситуация по большинству других проектов. Немцы, французы, китайцы, они все это пишут на, конечно, корявом, кривом, но английском, и там нет исходника на их родном языке. То есть он сразу идет на английском. У меня вот несколько заказчиков из Германии, там нет исходника на немецком, там сразу они пишут на английском. И еще одна серьезная проблема специализированного перевода, который занимает сейчас подавляющую долю рынка, это то, что на вход нам подаются дефектные тексты, что на русском, что на английском. И студента надо к этому готовить, надо четко ему ставить задачу, что нельзя переводить то, что написано, что сначала надо очень хорошо подумать, нельзя быть прозрачным стеклом. И то, что переводчик сейчас становится полноправным соавтором текста. Нам платят не за перевод, а за то, чтобы на выходе получился документ, по которому заказчик сможет работать, независимо от того, что было написано в исходном тексте. Если мы посмотрим статистику распределения заказов по тематикам на рынке, ну, вот статистика по двум отдельным бюро переводов. Здесь мы видим американское бюро переводов, здесь мы видим российское бюро переводов. В принципе, они практически совпадают, что, например, технический перевод вот тут 30%, тут 31%, медицинский 15%, медицинский 15%, юридический 20%. То есть, как видите, очень большая доля вот этого пирога, он действительно да, pie chart по-английски, она относится к специализированным видам перевода, которые требуют очень глубокого знания тематики. Если мы посмотрим статистику по рейтингу Константина Дранча по России, это уже не в словах, а в деньгах. Опять же, за 2018-2019 год, понятное дело, что на первом месте «Нефтегаз», ну, сейчас он несколько снизился, конечно, в связи с событиями 2020 года. На втором месте локализация сайтов – это как раз в основном перевод в ту сторону, перевод на английский язык. На третьем месте медицина, она и тогда была высоко, да, а сейчас она еще больше взлетела. На четвертом месте технический. Художественного перевода здесь нет вообще. Он настолько незаметен на рынке, что он даже вот в этот график не входит, потому что его объемы исчезающе малы. В то же время в вузах художественный перевод очень сильно любят. Перевод такой вот публицистический, да, политический, его здесь тоже фактически нет, он куда-то вот сюда вот в другой относится. А подавляющая доля рынка, вот эти вот 11,3 миллиарда рублей, они относятся именно к специализированным видам перевода, требующих глубоких знаний тематики. В странах ЕС то же самое. Вот я взял статью, это за, по-моему, 2017 год, если не ошибаюсь, распределение тематики в странах ЕС. Там опрашиваемые могли указывать две тематики, поэтому 200% получается. То есть это надо пополам делить. Мы получаем абсолютно ту же картину, что технические тексты на первом месте вот 33%, получается юридические даже чуть побольше, чем у нас, экономические, административные и фикшн художественные. Вот здесь внизу 7%. То есть было бы очевидно ожидать от вузов, что и в вузах обучать будут на 7% художественному переводу, да, а на 30% техническому. К сожалению, этого не происходит. Что мы видим при этом в вузах? На сайтах многих вузов выложены тематики ВКР. Я взял первый попавшийся вот из ПБГУ. Какие там были тематики ВКР за 2017 год? Подавляющее преимущество художественного перевода, которого на рынке практически нет. Вот
студенты ориентированы на художественный перевод, на рынке будет ожидать очень большое разочарование, там крайне низкие ставки и очень-очень мало заказов. Далее идет изучение грамматики и фонетики, что, опять же, имеет мало отношения к практической деятельности переводчика. История и экономика тоже спрос около нулевой. Наука и техника, ну, смехотворно, менее 5%, хотя вот этот кусок очень большой. Юридически 2%, хотя этот кусок на рынке 20-30%. Туризм, тоже он сейчас, ну, понятное дело, в этом году сдох, да, до этого он был большой, тоже его очень мало. То есть мы имеем полное отсутствие корреляции между темами ВКР, а, соответственно, тема ВКР – это то, чему учат переводчика в ВУЗе, и потребностями отрасли. Поэтому, как мне представляется, здесь есть неоправданное вот такое увлечение художественным переводом, на рынке он крайне мало представлен. Почему-то в ВКР постоянно попадаются дидактические темы, это прямо противоречит ВУЗу. То есть обучение переводу не может являться тематикой выпускной квалификационной работы. Очень мало работ действительно по самым востребованным видам, там буквально вот они все до 5% по тем видам перевода, которые на рынке занимают 30-40%. Вот, скажем, мнение выпускника, что требуются в основной массе юридические, технические, медицинские переводы, а натаскивали в лучшем вузе Юга России на художественные и публицистические. Ничего не рассказывали про КЭТ-системы. Насколько я помню, она окончила вуз в 2018 году. Это, конечно, катастрофа, что человек, который окончил вуз переводческий в 2018 году, ничего не знает про КЭТ-систему. Если мы посмотрим распределение дисциплин по учебному плану 450302, у нас получается вот такая достаточно странная картина. Вот этот крайне дохленький сектор информационной технологии, который играет колоссальную роль, особенно в работе письменного переводчика, да и устного тоже, там фактически ничего нету. Зачем там педагогика постоянно вылезает? Вот русского языка, кстати, маловато, потому что знание родного языка, оно очень необходимо. Ну и практикум по переводу, его направленность тоже вызывает большие вопросы. Что мне, как представителю отрасли, надо от переводчика? Да примерно вот так, чтобы у него был четкий блок общеобразовательных дисциплин, включающих физику, математику, чтобы человек знал хотя бы основные законы природы, имел какое-то представление о том, что вокруг в мире происходит, чтобы он очень хорошо владел информационными технологиями, чтобы он очень хорошо знал русский язык, с русским языком вечные проблемы. То есть здесь у нас опять какой-то перекос такой достаточно странный, отсутствие корреляции между тем, чему учат будущих переводчиков, и потребностями отрасли. То есть что сейчас ожидается? Прежде всего, наличие специализации, знание тематики. Язык вторичен, главное – знать тематику. Умение работать с дефектными текстами. Они сейчас все такие. Это не какая-то аномалия. Все тексты, которые мы получаем на вход, что на русском, что на английском, содержат грубейшие ошибки, и наша прямая задача – их исправлять. Мы не должны писать комментарий, что вот здесь что-то написано не так. Никто этот комментарий читать не будет. Нам на выходе надо получить документ, с которым можно работать. Переводчик должен иметь четкую, естественно, научную картину, он должен понимать, что в мире бывает, чего не бывает. Отдельная тема, у меня есть отдельная лекция про красную лампочку переводчика. И, конечно, переводчик должен отлично владеть информационными технологиями, знать, что такое CAD-система, знать, что такое система QA, знать, что такое там Term Extraction Tools, еще много-много уметь там E-Line выполнять, еще много-много вот этих вот систем знать и уметь ими работать. И, конечно, необходимо обучать soft skills, потому что мы постоянно сталкиваемся с тем, что студенты, скажем, когда они там участвуют в конкурсах и переписываются с жюри, например, они просто, ну, нарушают все нормы деловой этики, деловой переписки. Этому тоже надо обучать. Это не их вина, а их беда. Их просто, видимо, этому не учат. Вот типичные будни переводчика. Это вот реальные, ну, я только имена файлов заменил, реальное описание заказа. Вот, уважаемые коллеги, если вы обучаетесь переводу, вы должны четко понимать, что здесь написано, и ваши студенты должны уметь, пройдя курс перевода, получив диплом, уметь выполнить, что здесь написано. То есть если это не так, то они не готовы к работе на современном рынке, по крайней мере, письменного перевода. А он гораздо больше, чем рынок устного перевода. Так, а теперь я передаю слово Марии Михайловне. Она продолжит про вот параллельные исследования, которые наши коллеги делали. Да, и хочется упомянуть параллельное исследование, которое провели наши коллеги. Это Елена Рафаэлевна Поршнева, профессор Нижегородского государственного лингвистического университета, и Ирина Сергеевна Алексеева, профессор кафедры перевода РГПУ имени Герцена и директор Высшей школы перевода.
Они практически параллельно с нами сделали исследование и уже опубликовали статью в новом журнале «Вестник ассоциации преподавателей перевода». Кстати, хочу призвать коллег публиковаться в этом журнале, специализированный журнал именно для преподавателей перевода. И коллеги опубликовали свое исследование, и оказалось, что выводы у нас с ними практически одинаковы. Они сделали именно критический обзор тем выпускных квалификационных работ, которые были предоставлены на конкурсы выпускных работ по переводу, которые проводит школа дидактики перевода Натальи Николаевны Гавриленко в РУДН уже не первый год. И вот за 3 года проанализировали темы работ, которые преподаватели студентов считают лучшими. И действительно выявили такие серьезные недостатки в тематике, проблематике и материала, как вот то, что представлено на слайде, что темы направлены не на решение конкретной переводческой задачи, а на исследование переводческой проблемы, что студент-бакалавр в частности не может сделать, потому что у него нет на это времени, нет ресурсов, он не может проанализировать большой объем текстового материала разных жанров. Также представлены лингвистические темы, которые направлены на изучение приемов передачи отдельного грамматического, лексического или стилистического явления, те самые знаменитые перевод артиклей у Шекспира под счет трансформаций, что, в принципе, может быть интересно для студента с точки зрения какой-то узкой исследовательской темы, но не внесет для него, в общем-то, ни для студента ничего развивающего, ни для науки ничего продвигающего. И, опять же, были выявлены темы, которые направлены на дидактику, чего нет в ВКОСе, и студентов этому не обучают. И эти темы не могут быть представлены в качестве тем для выпускных квалификационных работ, в частности, бакалавров. И я еще раз хочу призвать ознакомиться с этой статьей. Она опубликована, вот есть ссылка, все онлайн. Статья действительно очень интересна и может быть полезна преподавателям при формулировании тем выпускных работ и для бакалавров, и для магистров. Можно следующий слайд. Ну и рекомендации, которые мы выработали в общем с Дмитрием Игоревичем и тоже проконсультировавшись с коллегами с Ириной Сергеевной, с Еленой Рафаэльевной. Это наши общие рекомендации. И мы говорим о том, что университеты и преподаватели должны отслеживать реальный спрос на рынке переводов и строить учебный процесс соответствующим образом, в том числе и выбирая темы ВКР. И тематики должны коррелировать с распределением тематик заказов на перевод. То есть студент, делая свою выпускную работу, он должен готовиться не к научной работе, куда пойдет очень небольшое количество студентов, а именно к практической деятельности в отрасли. И рекомендуем согласовывать с представителями отрасли тематики работ, как это традиционно делается на инженерных специальностях уже много лет и даже десятилетий. Также хорошо бы, чтобы студент мог специализироваться в переводе, чтобы он выходил на рынок уже готовым специалистом с владением определенными тематиками перевода. Это может быть и медицинский, юридический, технический перевод, аудиовизуальный перевод, то есть то, что сейчас востребовано на рынке. Готовить сейчас переводчика вообще уже не имеет смысла, переводчик должен специализироваться. Ну и тоже рекомендация, особенно она подходит для крупных университетов, многопрофильных, что хорошо бы, чтобы студенты-переводчики посещали занятия на соответствующих кафедрах университета для специализации. Ну, может быть, это выглядит несколько фантастично сейчас, но я думаю, что при желании можно этот процесс организовать. Так. Можно следующий слайд? Прошу прощения, осталось 2 минуты. Так, все, мы заканчиваем. Собственно, это все. Ой, тогда есть вопросы. Я быстренько. Да, пожалуйста. Если не это самое. То есть очень хорошая была презентация. С чем-то вот я согласна, с чем-то не согласна. Я постараюсь так вот быстренько. Да, что как системы сейчас нужны и нужно вводить курс, это точно. И вот вчера на нашей секции
По-моему, даже представляю, ну, где-то уже институты это вводят, и это есть. Дальше, я не согласна с тем, что не нужна педагогика за 20 лет работы в этой сфере. То есть мне одно не мешает другому. Это вот. Вопрос к вопросам. В ВГОСах для переводчика нет педагогики, и мы не обучаем студентов-переводчиков дидактике. Ну и, собственно говоря, плохо. У меня была педагогика, и у меня полностью направление перевод, но нам ввели полгода педагогики, благодаря чему я могла и преподавать тоже. И, кстати, это очень, ну, очень хорошо, что, в принципе, она есть, эта педагогика. Неизвестно, как человеку потом сложится жизнь, возможно, ему придется только преподавать. Вот, это один момент. Я не согласна с тем, что как это не уделять время грамматике. Товарищи, вы что, а как писать и как, ну, даже делать письменные переводы? Там у вас было написано, и может я что-то не поняла, но грамматика и фонетика. Окей, фонетика только для переводчиков устных, да, но представьте себе отсутствие грамматики. Это как-то, вот, что-то, может, я не поняла. Я вполне согласна с мультинаправленностью. Если можно, по грамматику я отвечу. Большинство исходных текстов сейчас, 90%, пишутся не носителями языка и с грубыми нарушениями грамматических норм. Поэтому знание грамматики никак не помогает в выполнении письменных переводов. Хорошо, там, а если вы там будете... Там помогает только знание тематики. А если вы будете... Не, подождите, не надо опускаться вообще там до уровня какого-то, когда вы вообще не будете знать грамматики. Ну, товарищи, нужно знать и грамматику русского языка, и грамматику английскую, иначе как вы будете даже тот же самый постмашинный перевод делать, редактирование? Это... Постмашинный перевод... Получается, постмашинный перевод просто... мы не будем делать. Просто загнать в Google Translate, и он вам все сделает. Так, это один момент тоже я сейчас... и я не согласна с тем, что не могут... Вот последний месседж был, что нужно привлекать... практика преподавания... Да, я, например, за 20 лет проработала во всех... Вот мой вчерашний доклад был о том, что привлекать к вот этим вот блочным занятиям по там, медицинскому переводу, юридическому, нужно переводчика-практика, не бояться брать людей со стороны, людей мобильных. В принципе, я сейчас так и работаю, потому что моя основная... То есть я поработала во всех тематиках. Я хотела сказать, углубленно пошла по геологии, конечно. Вот. И я об этом говорила буквально вчера, кто меня, например, слушал. Вот. Но то, что, скажем так, студенты, например, языкового вуза придут на какую-то лекцию там, по геологии, по медицине, товарищи, это нереально. То есть преподавать как раз должен переводчик-практик, который работал в этой сфере. Только он поймет, что будет непонятно человеку, не специалисту. Вот я сейчас преподаю этот курс, он называется «Поблочный курс по каждому этому самому». То есть, я раскрываю им вот эти вот все моменты, потому что профессор геологии, ну, вы поняли, он вам, ну, ни о чем. Это в особенности, если там прийти на какой-то там пятый курс магистратуры. Ну, просто я знаю, потому что я в прошлом году закончила геологию, понимаете? И я просто знаю... Ольга, в чем вопрос? Да. Вот мы все напряженно ждем. В чем вопрос? Вы очень доминируете, вы после каждого занимаете много времени. А нельзя вот действительно конкретно, а потом уже в конце мы обсудим. Извините, пожалуйста. Хорошо, да-да-да. Вот. И еще тоже я хотела сказать в защиту немножко устного перевода. Он, знаете, есть в какой сфере? То есть мне с этим приходилось сталкиваться, и у нас это действительно есть. Это международные арбитражные суды. Сейчас туда вот... Это как Ольга, раз... в чем ваш вопрос? Ну, это у меня просто такие... Это самое, просто... Ну, я такие, думаю, наверное, что замечания по этому. Может быть, как говорится, кто-то заметит, кто не заметит. Ну, вот... Ну, вот тогда давайте так. Это обсудим в рамках дискуссии, да. Которая будет потом. Оставим на дискуссию. Да, давайте так. Коллеги, большое спасибо за доклад и за подробный анализ переводческого рынка. Вот, единственное, с чем я бы хотела, то, что мне, в общем-то, для меня тоже это актуально, что меня волнует, и хотела бы вот повторить слова Дмитрия Игоревича, то, что переводчик действительно становится равноправным автором текста. И очень много текстов мы получаем действительно с дефектами, и переводчик должен использовать еще также свои аналитические способности. И речь идет не только о технических текстах, где, может быть, ошибки более такие серьезные,
а речь и об общественно-политических. Мы постоянно со студентами с этим сталкиваемся и тоже анализируем. Мы с вами продолжаем, и я передаю слово нашим коллегам, также из Санкт-Петербургского государственного университета. Сегодня у нас несколько коллег из Санкт-Петербурга. Это Тарнаевой Ларисе Петровне и Шавровой Анне Владимировне. Пожалуйста, коллеги. Здравствуйте, коллеги. Сейчас я включу демонстрацию. У меня что-то сейчас... А всем видно мой экран? Да, сейчас я подключусь. У меня что-то с видео. Да. Угу. Коллеги, видна презентация? Пока Лариса Петровна подключается. Мне видна. Я да. Не знаю, как другим коллегам. Да, все в порядке, все видно. Хорошо, тогда я пока представлюсь. Меня зовут Шаврова Анна Владимировна. Я являюсь ассистентом кафедры иностранных языков и лингводидактики Санкт-Петербургского государственного университета. И вместе с Ларисой Петровной Тарнаевой, моим научным руководителем и моей коллегой, она также работает на данной кафедре, она доктор педагогических наук, мы подготовили доклад на тему формирования лингвокогнитивного тезауруса переводчика в сфере профессионального общения. Прежде всего, мы хотели бы отметить, что одной из важнейших составляющих языковой личности переводчика является профессионально ориентированный лингвокогнитивный тезаурус. И во многих исследованиях отмечается, что, собственно, сама языковая личность переводчика начинается с лингвокогнитивного уровня, который отражает выбор, личностное предпочтение, иерархизацию понятий, индивидуально-творческие возможности личности, оригинальность ассоциативных связей, формулировку проблем, построение выводов. То есть все то, что является субъектно-тезаурусным уровнем развития личности. В традиционном понимании тезаурус определяется как множество смысловыражающих единиц языка с заданной системой семантических отношений, отражающих знания о действительности, которыми располагает индивидуальный носитель информации или группа носителей. И этот самый носитель может выполнять своего рода функцию приемника дополнительной информации, вследствие чего изменяется тезаурус носителя языка. С точки зрения лингводидактики, тезаурус рассматривается как систематизированный запас слов, необходимый для общения на заданную тему, то есть особого рода накопитель информации, вызывающий развитие личности, в нашем случае в определенной профессиональной сфере. В исследованиях, посвященных разработке проблемы профессионально ориентированной языковой личности, ученые определяют профессионально ориентированный тезаурус данного типа личности как систему личностных качеств, необходимых для активной деятельности в избранной профессиональной сфере. При этом содержание тезауруса определяется информацией, знаниями, умениями, сформированными в период обучения и активно используемыми в дальнейшем в разных видах профессиональной деятельности. В рамках нашего исследования под лингвокогнитивным тезаурусом переводчика мы понимаем систему общекультурных и профессионально ориентированных знаний как лингвистического, так и экстралингвистического плана, которые необходимы переводчику для трансляции смыслов профессионального общения, опосредованного участием переводчика. Далее мы с вами рассмотрим структуру профессионально ориентированного лингвокогнитивного тезауруса переводчика, которая включает в себя как вербализованный компонент, так и невербализованный компонент. Вербализованный компонент отражает знания или включает в себя знания о конститутивных характеристиках делового дискурса.
которые находят языковое выражение как на уровне слов, так на уровне словосочетаний, грамматических единиц как морфологического, так и синтаксического уровня. Второй компонент, невербализованный, включает в себя знания экстралингвистического плана. Это знания о предмете общения, этикетных норм общения, поведенческих стереотипов, артефактов, культурных традиций, например, в ношении одежды, украшений, отношение к пространственным и временным категориям. Сюда также относятся жесты, цветовая символика, внешние проявления чувств и эмоций, гендерные отношения, принятые в восточной и восточных и западных культурах, и также государственная символика. И важно также подчеркнуть, что каждый из этих двух компонентов включают они представлены рядом компонентом, к которым относятся дискурсивный компонент, стратегический компонент, риторический компонент, лингвокультурный компонент, предметный компонент и технический компонент. Далее давайте рассмотрим чуть подробнее каждый из них. В рамках нашего исследования мы рассмотрим дискурсивный компонент, который представлен знаниями, необходимыми для восприятия, интерпретации и последующей передачи на язык перевода, коммуникативно-смысловой организации текстов, делового дискурса. Эти знания предусматривают следующую тематику. Это способы владения, развития, развертывания и завершения макро- и микротем, логические средства обеспечения целостности делового дискурса, то есть фактологическая последовательность, пространственные, временные, причинно-следственные и прочие связи. Также сюда включены знания о смысловых средствах обеспечения целостности делового дискурса. Это лексические повторы, вариативные лексические замены, парафразы и так далее. И формальные средства когезии, к которым относятся союзы, союзные слова, наречия, синтаксические структуры и тому подобное. Стратегический компонент включает в себя знания вариативных языковых средств для обеспечения структурно-семантической организации контактирующих в переводческом процессе национальных деловых культур. Данный аспект охватывает знания специфики лексического слоя делового дискурса, а это термины, профессионализмы, профессиональные жаргонизмы, также грамматических структур, отмеченных частотностью в текстах делового дискурса, особенностей лексической и синтаксической сочетаемости, специфики лексико-грамматической организации профессионального, академического и публичного делового дискурса. Риторический компонент, в свою очередь, представлен знанием специфики риторической организации делового дискурса, контактирующих в учебном процессе лингвокультур. Здесь представлены, в том числе представлены знания о частотных коммуникативных стратегиях, речевых тактиках и речевых актах, которые реализуют интенции говорящего, стилистических особенностей оформления текстов делового дискурса, к которым относятся параллелизмы, метафоры, метонимия, переосмысления, эпитеты и так далее. Следующий компонент – лингвокультурный. Он составляет знания, необходимые для трансляции переводчикам культурно-специфических смыслов информационного пространства межкультурного делового общения. К такому роду знаний относятся знания культурно маркированных терминологических единиц и их соответствия в контактирующих в переводческом процессе языках, знания безэквивалентных грамматических структур исходного языка и языка перевода и, соответственно, их соответствия, лингвокультурные особенности словообразовательных моделей обоих языков, особенности лексической и синтаксической сочетаемости как в языке исходном, так и в языке перевода. Также национально-культурные особенности использования стилистических средств для обеспечения риторической организации в высказываниях в национальных деловых дискурсах, национально-культурные особенности построения
коммуникативных стратегий, речевых тактик и речевых актах, контактирующих в ходе перевода в национальных дискурсах. Следующий компонент технический, представлен знанием лексических, грамматических, лексико-грамматических, стилистических приемов, которые используются переводчиком для передачи смыслового содержания исходных текстов средствами языка перевода. К таким знаниям относятся знания переводческих трансформаций, таких как транслитерация, переводческая транскрипция, калькирование, описательный оборот, генерализация, конкретизация, семантическое развитие и так далее. И последний компонент, который включен в структуру лингвокогнитивного тезауруса переводчика. Это предметный компонент, который представлен знаниями предметной области, в рамках которой осуществляется перевод, и знанием особенностей национальных деловых культур, к которым относятся знания этикетных норм делового общения, артефактов, оформляющих пространство делового общения, культурных традиций обоих языков. Например, также этикетные правила вручения визитных карточек, подарков, сувениров, приветствия, жесты, цветовая символика, государственная символика, гендерные отношения в различных культурах и так далее. В качестве структурной единицы лингвокогнитивного тезауруса переводчика в сфере профессионального общения мы выделяем вербализованные и невербализованные концепты, семантика которых в той или иной степени встраивается в смысловое пространство профессионального дискурса. И таким образом представляет систему семантически взаимосвязанных когнитивных кластеров, аттрактивными центрами которых являются вербализованные макроконцепты. На слайде вы можете увидеть пример тех самых макроконцептов, которые входят в когнитивный кластер бизнес-общения. К ним относятся такие, как the company, corporate identity, advertising, marketing, business and the environment, business and society, finance, banking, business and technology и так далее. Далее мы рассмотрим структуру и взаимосвязь когнитивных кластеров и макро- и микроконцептов, входящих в их состав. Каждый когнитивный кластер представлен определенным макроконцептом, которые были представлены на предыдущем слайде, одни из примеров. Каждый макроконцепт, в свою очередь, включает в себя микроконцепт первого уровня, которые, в свою очередь, представлены когнитивными секторами. И далее уже осуществляется переход на микроконцепты второго уровня, третьего и так далее. Важно отметить, что микроконцепты разных уровней могут входить в семантическое поле более чем одного макроконцепта и, следовательно, могут реализовывать содержание нескольких когнитивных кластеров. На слайде вы можете увидеть пример, в котором микроконцепт Business Conglomerate входит в состав четырех когнитивных кластеров. К ним относятся The Company, International Trade, Globalization, Corporate Alliances and Acquisitions. Совокупность данных вербализованных и невербализованных концептов, отражающих упорядоченную систему профессионально значимых знаний, представленных в содержании лингвокогнитивного тезауруса переводчика в сфере делового общения, составляют необходимую основу для формирования у будущего переводчика способности транслировать в процессе перевода информацию профессионального дискурса в соответствии с ожиданиями сторон межкультурного делового взаимодействия. Таким образом, адекватная трансляция переводчиком смыслового пространства дискурса в ситуациях межкультурного профессионального общения предусматривает сформированность следующих коммуникативных умений. Это умение композиционно-смысловой организации дискурса, которое реализуется в построении четкой логико-композиционной структуры текста перевода, в обеспечении когерентности текста перевода, введении, развитии и завершении микро- и макротемы устного или письменного текста,
Также формируются умения структурно-семантического оформления дискурса, которые проявляются в обеспечении корректной теморематической организации текста перевода и корректного выбора адекватных средств для передачи семантики вербализованных концептов разного языкового уровня. И умение риторической организации делового дискурса, которые проявляются в построении коммуникативных стратегий, речевых тактик и речевых актов, которые способствуют реализации коммуникативного намерения автора с привлечением стилистических ресурсов языка. Формируемые умения составляют процессуальную сторону лингвокогнитивного тезауруса переводчика в сфере делового общения, обеспечивая его готовность осуществлять переводческую деятельность в ситуациях межкультурного профессионального общения. Далее у нас представлена литература, которую мы использовали для подготовки доклада. И, собственно, это все, что мы хотели сказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, задавайте. Да, пожалуйста, коллеги, есть ли вопросы к докладчикам? Вопросов пока нет, можем оставить на дискуссию. Благодарим наших коллег за очень содержательный доклад. И только хочу прокомментировать, что переводчик должен владеть очень большим объемом компетенций, не только лингвистическими. Это ваш доклад еще раз это доказал. Мы их не исключаем, да. Разрешите, у меня было немножечко проблемы. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Анна Владимировна меня уже представила, но у меня тут проблемы были с подключением. Я маленькую ремарку, я не займу больше одной минуты. Дело в том, что наш доклад как раз и наше исследование как раз и посвящено той тематике, которая, как прокомментировал перед нами уважаемый докладчик, вылезает педагогика. Так вот, я бы, вы знаете, просила бы помнить об этике научной дискуссии. Вот эта фраза «вылезает педагогика», да, она вылезает. А как же, если мы обучаем переводу? Поэтому все-таки конференция все же научно-практическая. И наш доклад как раз и посвящен той тематике, которая, возможно, кому-то не понравилась, поскольку тут действительно вылезает педагогика. И отсюда, и от этого никуда не уйдешь. Это все-таки подготовка переводчика. И наша тема именно каким образом, какими приемами формировать, в данном случае, лингвокогнитивный тезаурус, который является неотъемлемым компонентом переводческой профессиональной компетенции, которых я в области. Так что уж извините за мою ремарку. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, коллеги. И мы вновь приветствуем наших коллег из Санкт-Петербурга, вновь из Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Это Кустову Ольгу Юрьевну и Елизарову Людмилу Вячеславовну. Добрый день, коллеги. Рада вас приветствовать. Здравствуйте, коллеги. Вот в своем докладе мы бы хотели остановиться на некоторых аспектах обучения письменному переводу в условиях автоматизации переводческой деятельности, в какой-то степени развить дискуссию насчет компетенции и как раз вот автоматизации этой деятельности. Более подробно мы хотели остановиться на вопросе обучения анализу текста в современных реалиях и затронуть частично вопрос формирования и развития аналитической компетенции вот у обучающихся. Современные информационные технологии за последние 10 лет, как мы все с вами знаем, оказали просто огромное влияние на различные аспекты переводческой деятельности. Данные отчетов, проведенных на кафедре перевода в период до и после 2010 года,
а также постоянный мониторинг результатов производственной практики, сотрудничество с ведущими петербургскими переводческими компаниями позволяют нам говорить о качественных изменениях, произошедших в этой переводческой, в нашей с вами переводческой отрасли. Если ранее в центре профессионального сообщества находились вопросы, связанные с определением видов, направлений переводческой деятельности, ее лексикографического обеспечения и подготовки выпускников в части их специализации в различных предметных областях, то сейчас наиболее актуальными и значимыми представляются вопросы использования современных систем или средств автоматизации процесса перевода. Влияние технологий можно наглядно продемонстрировать на примере результатов практики, заданий практики. И сейчас все, да, действительно, письменный перевод выполняется в большинстве случаев, если уже не сказать это слово ключевое всегда, с применением CAT Tools, с машинным переводом, вот постредактирование предполагает, привлечение технологии машинного перевода, обновление терминологической базы происходит в определенном модуле соответствующей программы. И, конечно же, все эти работы теперь больше степени в большинстве случаев выполняются в рамках проекта. И это и вот эти изменения к требованиям, которые произошли буквально на наших глазах, свидетельствуют о необходимости формирования профессиональных компетенций за счет как раз освоения этих современных, востребованных на рынке переводческих услуг инструментов. Но вместе с тем мы наблюдаем и такую парадоксальную ситуацию, что с развитием вот технологического, да, компонента, составляющей, у наших студентов складывается такое несколько упрощенное представление о процессе перевода. Ведь сейчас как? Загрузил перевод, получил результат. И вот это приводит иногда к пониманию того, что для выполнения перевода достаточно вот знания этих технологий и умения их применять. Именно в этой ситуации такой переоценки технологического компонента в ущерб, на наш взгляд, аналитической составляющей, мы задались вопросом, вот он сейчас нужен, этот переводческий анализ в современных условиях, или уже нет? И мы с вами знаем, что значимость переводческого анализа текста хорошо обоснована в научной литературе, не вызывает никаких сомнений, но среди представителей переводческой отрасли часто наблюдается скептическое отношение к переводческому анализу. Об этом можно сделать вывод из общения с работодателями, со многими. Они часто высказывают мнение, что переводческий анализ текста является таким некоторым излишеством академического образования, что он слабо связан с переводческой практикой, и о том, что затраты времени в реальном производстве на него нецелесообразны. И таким образом необходимость обучения переводческому анализу становится одним из противоречий между работодателями и вузами относительно подготовки выпускников. Но если внимательно посмотреть на особенности организации процесса перевода в современной компании, то можно сделать вывод, что переводческий анализ все-таки является востребованной и необходимой частью работы. Он не всегда выделяется как отдельный вид деятельности, но тем не менее применяется в практике и является очень важной составляющей частью работы над проектами. Другое дело, что анализ текста приобретает иной характер в условиях автоматизации процесса перевода и, соответственно, требует нового подхода к формированию аналитической компетенции уже с нашей стороны, со стороны вузов. Так, если ранее для перевода студенту предлагался текст небольшого объема, обычно 1-2 страницы для анализа текста по определенным критериям, и анализ текста производился на подготовительном этапе, затем студент приступал непосредственно к письменному переводу текста, то сейчас, учитывая, что в переводческих компаниях требуется перевод текстов
значительно большего объема, чем традиционные одна-две традиционные для обучения, да, вот одной-две страницы. И как мы часто сегодня говорим, предполагающие использование машинного перевода и организацию коллективной работы над проектом, то и сам процесс формирования аналитической компетенции у студентов должен меняться, потому что появляются новые составляющие этой аналитической компетенции. Мы видим, что уже на этапе подготовки к переводу специалист должен уметь выполнять определенные виды работ. Вот, например, те, что представлены на данном слайде. К сожалению, эти компоненты практически не поддерживаются традиционным обучением анализу текста в вузах, но сейчас мы должны сделать вывод о том, что необходимо переосмыслить сам переводческий анализ, его определение, пересмотреть, дополнить компоненты переводческого анализа текста, отправные точки. Да, и учитывая тот факт, да, что, с одной стороны, переводческий анализ, он уже в достаточной степени изучен в дидактике перевода, мы бы здесь хотели остановиться или выделить два основных таких момента. На наш взгляд, основным упущением современных трактовок переводческого анализа является отсутствие упоминания о том, что анализ экстра- и интралингвистических факторов, цели выработки переводческой стратегии, он должен выполняться теперь уже и с учетом технических возможностей, да, с учетом тех условий, в которых выполняется перевод. Именно какие программы, какие системы, в какой системе или программе предполагается, планируется выполнить этот перевод. Вот если оставлять этот фактор без внимания, то вот то противоречие, о котором говорила Ольга Юрьевна, между профессиональным сообществом и преподавателем, оно еще больше, наверное, усугубится. И второе, да, что и цели, и задачи переводческого анализа в традиционном нашем понимании, они уже четко как бы определены, изучены, и также и определено место переводческого анализа в процессе перевода на подготовительном этапе. Но мы сейчас сталкиваемся и можем, наверное, уже утверждать, что это не так, и переводческий анализ перестает быть подготовительным и тем более формальным этапом, собственно, перевода, а включается в активную интеллектуальную деятельность переводчиков на всех этапах выполнения проекта. Рассмотрим, как и на каких этапах перевода требуется аналитическая работа с текстом в условиях реального производства. Когда текст поступает в заказ, то сначала решается вопрос о том, стоит ли применять машинный перевод в отношении конкретного заказа, в какой доле, нужно ли постредактирование. По каким же критериям переводческие компании решают этот вопрос? Менеджер проекта изучает, предназначен ли текст для привлечения клиентов или для увеличения продаж. Мы чувствуем, что здесь речь может идти о маркетинговом тексте, если пользоваться терминологией лингвистики. Да? Либо текст предназначен для технических специалистов клиента, либо только для ознакомления со стороны заказчиков. И вот все эти моменты, они для менеджера проекта являются отправными точками того, как поступать с текстом заказа. Достаточно ли будет машинного перевода? Или текст должен переводить профессиональный переводчик, чувствующий данный тип текста, да, как, например, маркетинговый текст? Или требуется машинный перевод с постредактированием? То есть, по сути, происходит анализ прагматических параметров текста, те, которые у нас в профессиональном сообществе вузах называются коммуникативной целью, адресатом. Да? Ну, таким образом, перед отправкой заказа в работу по существу производится переводческий анализ текста, даже если он так не называется. И важно отметить, что этот анализ напрямую связан с качеством предоставляемой услуги. Также переводческий анализ применяется и непосредственно во время процесса перевода.
переводчик принимает решение об определенных приоритетах, особенно если перевод выполняется в сжатые сроки, а это, как правило, обычное дело, да? Сжатые сроки. То есть какой объем текста будет представлен для машинного перевода, как эффективнее использовать машинную память и следует ли создавать упрощенный вариант текста для компьютерного перевода. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, нужна аналитическая работа с текстом, мы с вами это понимаем. Также анализ текста выполняется и на постпереводческой стадии, где происходит смысловая, стилистическая правка, проверка терминологии. То есть, анализируя процесс работы, переводческой работы, можно сделать вывод о том, что аналитическая работа становится имплицитной. Это не отдельный этап работы с текстом, но он включен непосредственно в процесс переводческой деятельности. И в связи с этим нам представляется целесообразным более широкое толкование данного явления, которое предполагает активную деятельность, как мы понимаем, не только переводчика, но и других специалистов отрасли, включенных, да, в этот процесс, отвечающих за качество конечного продукта. Вероятно, в современных условиях требуется вот этот новый подход к переводческому анализу, который, по мнению некоторых исследователей, должен сейчас уже носить машиноориентированный характер. Но, на наш взгляд, при этом речь не должна идти от отказа от лингвостилистической составляющей анализа, а лишь вот о переосмыслении некоторых из существующих параметров в изменившихся условиях переводческой деятельности. И анализ предполагает не только знание типологических и других характеристик текста, но и знание особенностей, имеется в виду модели или архитектуры той или иной программы или системы и возможности или функции используемого программного продукта. И в заключение хотелось бы отметить, что обучение письменному переводу должно быть направлено как на глубокое понимание переводимого текста, но так и на определение, имею в виду, стратегии его, да, перевода, но также и на оценку результатов перевода. И вот это осознание и выявление связи между начальными и конечными этапами перевода у обучающихся нам представляется вот сейчас наиболее значимым и актуальным. Коллеги, спасибо за внимание. Мы просто ориентировались на 10 минут и попытались уложиться в это время. Что-то, конечно, осталось за скобками, и мы готовы ответить на ваши вопросы. Спасибо большое. Большое спасибо, коллеги, за то, что уложились. Ну да, это у нас педагогически, понимаете, наша составляющая всегда у нас. У меня есть не вопрос, а комментарий. Ну не комментарий, может быть, тоже, опять-таки, вот я прослушала. Ну, если другие не говорят, можно я скажу. А другие не успевают. Не успевают. Ну, хорошо, скажите, вот я вам, честное слово, как вот вы так хорошо об устном переводе рассказали, пожалуйста. Елена Витальевна, у вас выключен. Да, Татьяна Витальевна. Микрофон. Елена Вячеславовна, давайте лучше вы, потому что у других, уверена, есть вопросы. Можно мне вопрос, а просьба? Да, пожалуйста, коллеги. Очень хочется получить эту презентацию. Коллеги, я могу оставить в чате свой email и email Ольги Юрьевны, или и вы можете написать, мы пришлем вам презентацию. Спасибо большое. Вот, простите, наверное, это какой-то очень такой термин, может быть, не слишком подходящий для нашего обсуждения, да? Но мне кажется, это очень-очень дельное выступление. Спасибо большое. Дельное, прямо, знаете, то, что определяет его. Спасибо, у меня вопросов нет. Спасибо большое, коллеги. Я только могу сказать, что вот эта проблема нас всегда волновала, и наряду с традиционной нашей такой программой, о которой рассказывала Татьяна Витальевна, практика и дидактика перевода, мы вот сейчас хотим открыть новую программу, тоже на магистерском уровне, которая так называется «Средства автоматизации процесса перевода». И поскольку это такой длительный, продолжительный процесс подготовки к ней, вот мы как раз уделяем, хотим научить
суть нашей программы как раз заключается в интеграции с работодателями, с переводческими компаниями, но им как, у них есть и материалы, у них есть и программы, но у них вот нету той методики и тех вот компонентов, которые мы можем дать как вот преподаватели. Поэтому спасибо большое за высокую оценку нашего выступления, но это и наш опыт, и вот желание наконец-то соответствовать требованиям переводческого рынка на уже вот современных условиях. Простите, тогда в связи с этим вопрос маленький. Эта магистратура будет какая? Вот если, знаете, как говорят, есть академическая, есть прикладная. Потому что, вообще говоря, конечно, такая подготовка предусматривает большое количество практики. Да, должна бы. Да, и сейчас у нас большая радость, как сказать, для кого как. Мы, с одной стороны, очень уже привыкли к сокращенным количествам часов в магистратуре, но сейчас принят новый ГОСТ 3++ по лингвистике, который предполагает совсем другое количество часов аудиторной работы. Там идет сокращение часов на практике, и вот мы сформировали новый план, и это получается такой вот полноценная та магистратура, наверное, вы помните, когда только они открывались, начинались, мы учились там и с сентября по декабрь, а не то, что сейчас с сентября по начало ноября. И вот как раз эти, и еще возможность в новом стандарте формулировать собственные профессиональные компетенции, да, то есть вот в рамках нашей программы, какие цели мы хотим достичь, вот тоже, вот в этом мы видим большой плюс и думаем, что и это позволяет нам отвести как бы большое количество времени на тренинг, на переводческий тренинг, хотя в нашем университете все магистратуры, они академические. У нас как бы прикладные магистратуры есть только на отдельных, скажем, не гуманитарных факультетах. Это редкость еще. Спасибо. Все-таки можно чуть-чуть. Я хотела поддержать просто коллег. Вот там они говорили о легкости перевода. Да, действительно, сейчас студенты именно вот с этой вот легкостью о том, что вот я тоже говорила об этом, нажал на кнопку, получил результат. Вот. И хотела еще сказать, в основном, вот когда работаешь с заказчиком, и с заказчиком напрямую, я не имею в виду бюро переводов, которые там после тебя там еще могут там редактировать, там у них штат редакторов, да, в основном это скорость и сжатые сроки, вот. И заказчик, он не всегда разбирается, конечно, в каких-то там нюансах и во всем остальном. Я слушала лекцию Дмитрия Ивановича Ермоловича, да, и вот он сказал, зачем нужны вот, ну, то, что преподают в вузах, да, вот эти там трансформации переводческие, еще какие-то элементы. Когда возникает спор между заказчиком и переводчиком, переводчик с помощью, ну, он должен обосновать свой выбор, почему он сделал так. То есть, ну, понятно, да, вот. И я просто, когда прослушала вашу тезу, я как раз именно хотела вот сказать вот этот вот именно месседж. То есть это все учится для того, чтобы потом ты мог обоснованно, не с точки зрения, а потому что мне так, вот я так решил, а потому что есть теория, которая помогает обосновать свой выбор. Спасибо. Спасибо, спасибо за комментарии. Думаю, что у вас еще будет возможность выступить. Скажу в ответ в дискуссии. Да? Речь не шла о легкости перевода с применением машинных средств и средств автоматизации перевода. Да? Ни в коем случае это не легкость перевода уже. Да? Там много других сложностей. И вот у нас студенты во время практики в переводческих компаниях осваивают различные CAT-tools и систему управления терминологией, это вовсе не просто. Это очень специфическая и сложная работа, но у нее свои особенности. Вот сегодня Дмитрий Игоревич, если я не ошибаюсь, вы меня обращал внимание на то, что вузы часто обучают одному, а на практике переводчику нужно другое. Да, вот мы с самого начала развития нашей магистерской программы очень много внимания уделяем тому, чтобы это противоречие сокращалось. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, коллеги, еще раз за ваш очень актуальный доклад, новый подход к переводческому анализу. И, думаю, еще будет возможность какие-то вопросы обсудить. А мы передаем слово
представителю Российской академии народного хозяйства и государственной службы Александровой Елене Михайловне. Пожалуйста, Елена Михайловна. Добрый день, уважаемые коллеги. Сейчас я попробую поделиться презентацией. Уважаемые коллеги, добрый день. В первую очередь позвольте поблагодарить организаторов конференции за возможность участвовать в интересной дискуссии и за возможность поделиться своими наработками и идеями. А именно, вот в данном случае рассказать о переводе языковой игры и развитии креативности. Это тоже актуальное достаточно направление, и сейчас я объясню почему. Наступление эпохи цифрового перевода, это термин я беру у Николая Константиновича Горбовского, нового периода в истории перевода, который Ольга Игоревна Костикова справедливо связывает с изменениями способа хранения и передачи информации, это не только делегирование некоторых переводческих функций искусственному интеллекту, очевидность выгоды этих отношений между человеком и машиной отмечается также Николаем Константиновичем Горбовским, руководителем Высшей школы перевода МГУ, ну и новая социальная роль переводчика, а также новые компетенции. И в эпоху развития цифровых технологий и автоматизации рабочих процессов формирование надпрофессиональных навыков при подготовке специалистов будущего приобретает особое значение. Вот здесь у меня всего лишь три навыка, мы знаем, что список достаточно широкий уже, и вот одними из наиболее востребованных в настоящее время навыков наряду с эмоциональным интеллектом и преадаптивностью, этот термин мы берем у нашего ректора, да, это умение приспосабливаться к еще неведомым условиям, является креативность, позволяющие использовать творческий подход при решении неординарной проблемы и создавать инновационный продукт. Вообще есть обычно два, дается термина, два определения этому термину, ну, если из общего списка выбрать, то это либо рассматривается как умение решать нестандартные, нерешаемые или инсайтные, то есть с подвохом задачи, либо генерировать идеи, создавать креативный продукт. Ну, мы рассматриваем это единым комплексом. Что касается лингвистической креативности. Лингвистическая креативность, термин, это не единственный, который используется в этой области. Наряду с ним используется языковая креативность, вербальная креативность, речевая креативность, лингвокреативное мышление и так далее. Но мы отдаем предпочтение термину лингвистическая креативность, поскольку он наиболее часто встречается в исследованиях, связанных именно с изучением языковой игры. Определяем лингвистическую креативность как способность индивида распознавать, передавать с помощью средств другого языка, а также генерировать креативный продукт, который является лингвистическим изобретением или инновацией. Я пишу так, потому что исходила я из англоязычной идеи. Это у меня было invention and innovation. Invention – это то, что может одноразово использоваться. Innovation – это то, что входит в обиход и в дальнейшем используется уже не единожды, а регулярно. Представляющий собой новую речевую единицу, созданную при помощи использования нестандартных способов применения ресурсов языка и речи для того, чтобы реализовать или замаскировать новую идею с целью достижения определенного эффекта. Да, можно доработать это определение, но пока что оно вот такое рабочее. Почему курс мы назвали 3L Creativity? Ну, 3L Creativity – лингвистическая креативность. В английском варианте у меня это идет как language, localization and translation, and literature. И в русском языке пришлось подобрать термины общеязыковая, переводческая и литературная, потому что термин языковая, ну, скажем так, пошел, то есть там он уже где-то используется, и мы его решили избежать на всякий случай, чтобы не сталкиваться с другими толкованиями.
Вот все эти три этапа оказались очень удобными в том плане, что они подходят именно для переводческой деятельности, да, которая процесс перевода связан с тремя этапами, да, то есть распознать, правильно понять, затем передать средствами другого, найти средства в языке в переводящем и затем уже воспроизвести. Это связано вот немножечко с этими этапами. Так поподробнее немножко далее объясню. Креативность, как и языковая игра, являющаяся разновидностью юмора, тесно связаны. Уже во многочисленных работах установлена и подтверждена взаимосвязь между решением творческих задач и юмором. В ряде теоретических моделей юмор рассматривается как составляющая часть творческого мышления. Что общего у шутки и инсайтной задачи? Вот, в общем-то, исходя из определения, что некоторый текст может быть воспринят как шутка при соблюдении ряда условий, то есть текст должен быть одновременно актуализировать две противоречивые идеи, актуализация должна осуществляться в условиях игры, безопасности и несерьезности, содержание шутки должно быть связано с запретами и ограничениями. Все эти характеристики в некоторой степени относятся и к решению инсайтных задач. Изначально планировался курс «Перевод языковой игры». В дальнейшем пришло понимание того, что это непосредственно связано с умением, с развитием творческой компетенции. И мы провели анкетирование у наших студентов. Им были заданы следующие вопросы. Считаете ли вы себя творческим человеком? Считаете ли вы необходимым развитие у вас творческого потенциала для решения профессиональных задач в будущем? Получали ли вы полезные сведения для развития творческого потенциала в процессе обучения в ВУЗе? Нравится ли вам решать такие нестандартные задачи? Считаете ли вы вербальный юмор, пояснили им каламбур, игру слов, языковую игру, переводческой проблемы? Считаете ли вы, что перевод вербального юмора способствует развитию творческого мышления? Это были такие, скажем, первоначального для разведывательные вопросы. В ходе анкетирования было выявлено, что анкетирование показало, что этот курс, в принципе, будет востребован у наших студентов, вообще у студентов филологических специальностей, не только переводчиков. Это, в общем-то, для всех лингвистов было бы очень актуально, в том числе и для маркетологов, в частности, тех, кто занимается неймингом. И сформировали мы следующий курс. Сначала у нас был курс только по переводу языковой игры, да, и потом вот мы немножечко его трансформировали, и у нас получился вот такой курс, который включает в себя и тематику креативности, и языковой игры в широком смысле, и типологии переводимости языковой игры, и проблему непереводимости затрагивает, квазиперевод, который мы отличаем от вольного перевода, методы перевода, использование алгоритмов, а также техники формирования идей, ну и конкретно уже в каких текстах мы сталкиваемся с этой проблемой. Материал уже к этому курсу готов. И курс предполагает и лекционные, и практические занятия. Вот что касается практики. Первые два модуля мы планируем сделать более лекционными такими, а вот далее у нас идет практика. Что касается практических занятий, что на них предполагается делать? Вот такие упражнения. Понимание, перевод, придумывание. Ну, тоже, опять же, связано с языковой игрой, но это вот уже мы просто упрощали, скажем так, чтобы было красиво. И вот упражнения, предлагаемые в рамках курса, какого плана? Сначала мы думали, что это будет не актуально, но на всякий случай предложили, а вдруг пройдет, да, то есть угадай слово. Ну, там были, например, картинки, да, угадай butterfly, то есть летающее масло и так далее. Выяснилось, что наши студенты, по крайней мере, далеки вообще от этой темы. И не сразу и не с первого раза они понимали, о чем идет речь. И только после уже объяснений они начинали, вот у них формировалось это чутье на языковую игру, а они понимают, студенты понимают, что это повсеместно используемое явление, и оно все
прочнее входит в нашу жизнь, и это связано не только с постмодернизмом и иронией, которая, и тем не менее, то есть это практически повсюду, и они сами приводят уже примеры и дают свои варианты, это тоже мы, сейчас я, наверное, не смогу уже об этом рассказать, то есть мы предлагаем сначала введение, да, и после него предполагается обмен и своими идеями, и своими наблюдениями, в том числе не только со стороны преподавателя, но и со стороны студентов. Это на распознавание, то есть на понимание. Ну, тут это я привела картинки, да, но на самом деле просто мы им даем шутку и пытаемся понять смысл этой шутки на английском языке, поскольку это не так просто и далеко не всегда с первого раза у всех получается. Второй тип – перевод. Там есть как упражнение на выполнение перевода в традиционном понимании этого смысла, смысла этого слова, так и на обратный перевод. То есть, когда, например, мы берем шутку, переведенную через машинный перевод, через Google перевод или там Яндекс.Переводчик, мы просим воспроизвести на языке оригинала. То есть, ну, здесь вот в данном случае идеальный дамский убийца, тут обыгрывается Лэри Килла, сердцеед, и, как говорится, если это рассмотреть как свободное словосочетание, а не одно слово, то есть, и опять же, тоже это догадка, да, то есть примеров, как правило, ну, мы даем, я беру 25 на всякий случай, потому что к 25-му точно уже все поймут, в чем дело. Ну и третий пункт. Придумайте каламбуры на базе исходных данных. Допустим, дали им текст слова «процент», да, и «процент». То есть сформулируйте сами шутку или придумайте рекламный слоган. Упражнения, на самом деле, их мы сделали вариантов почти 100. Разных разновидностей вот этих вот упражнений на фон. То есть это и аудиовизуальный контент, это и креализованные тексты, и переведите из креализованного в обычный традиционный текст, и в некреализованный текст, и переведите эту шутку в аудиовизуальный там, или аудиовизуальную шутку представьте. То есть там масса, там 100 вариантов упражнений у нас. Плюс, ну это вот я дала вот самое простенькое, потому что на самом деле это... 125 слайдов, вот, то есть, и плюс мы даем им в практическом варианте еще техники формирования идей, ideation techniques, если вы хотите, у нас сейчас будет статья по этой теме, должна быть, по крайней мере, вот во втором номере, то есть, какие техники, мы вот эти все сотню этих техник, существующих для разных областей знания, адаптировали именно для переводчиков. Выбрали 8, это традиционно там у них от 5 до 10, взяли 8 и вот их проверили сначала на себе, а потом на испытуемых. Что на всякий случай еще сделали? Когда мы предложили студентам выполнить тест, для этого мы адаптировали тест Торренса. То есть дали задание на выявление количества идей, количества релевантных идей и количества оригинальных идей. 9 заданий. Дали двум группам. Дали двум группам. То есть провели эксперимент. Первой группе участников было предложено выполнить эти 9 заданий на понимание, перевод и придумывание, опираясь на имеющийся у них опыт и знания. Второй группе перед выполнением задания был предложен вот этот курс. Эксперимент показал в таблице, сейчас поясню таблицу, что этот курс является достаточно эффективным, способствует как росту количества, так и качества идей или вариантов перевода. Мы говорим о языковой игре в данном случае. Не только переводы, но и понимание, и придумывание. Результаты 30 участников первой группы, которым не был предоставлен этот модуль, сравнили с результатами 30 участников второй группы. Группы были разные, по 3 группы отдельных было в каждой группе эксперимента. Для оценки эффективности, я уже повторюсь, извините, адаптировали тест Торренса, в котором креативность изменяется 3 измерениями, да, беглостью, гибкостью и оригинальностью. И затем сопоставили эти результаты. Ну, сразу скажу, что первая группа, она потратила на выполнение задания максимум 50 минут, после чего сказала, что все, я сделал все, что мог, и закончила свою работу.
Второй группе потребовалось почти 90 минут на выполнение задания, в этом было ограничение по времени, и многие просили взять домой доделать, потому что, ну, что-то там у них, какие-то идеи, видимо, не доработались еще, потому что инсайт, вы понимаете, да, что это вещь, которая не всегда приходит сразу же во время решения проблемы, иногда нужно время какое-то, чтобы решить задачу. И показали результаты эксперимента, что количество всех идей, а также количество релевантных идей и оригинальных идей было выше во второй группе. То есть количество попыток решения задачи увеличилось на 48%, общее количество релевантных идей увеличилось на 75%. Ну, мы смотрели, подходит вообще, есть там вообще хотя бы языковая игра и как, хотя бы из этой же области это было или нет. И, в общем-то, количество оригинальных идей также было значительно выше, чем в первой группе. То есть, в общем-то, этот курс мы посчитали, он достаточно краткосрочный, да, и он может быть полезен не только для студентов, но и для практикующих переводчиков. И вообще для тех, кто хочет немножко разнообразить свою жизнь, порешать нерешаемые задачи, узнать, что такое креативность, возможно, в себе развить какие-то новые творческие компетенции. И, в общем-то, я думаю, что часы по этому курсу также могут варьироваться в зависимости от потребностей аудитории, в зависимости от возможностей программы. И, в общем-то, спасибо вам большое за внимание, благодарю за внимание. Материалы эти будут все отражены в статье. Это мои контакты. Если вас заинтересуют какие-то моменты или вы захотите, чтобы я поделилась информацией или прислала вам какие-то свои разработки. Благодарю вас за внимание и постараюсь ответить на вопросы, если они есть. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Знаете, когда-то я читала у Ирины Сергеевны Алексеевой определение такое, уровня подготовки языковой студента, когда он готов к обучению переводу. Это когда он сам, как бы без, ну, непроизвольно, что называется, начинает применять языковую игру в своей речи. И если какие-то люди, может быть, не справляются с этим, то, может быть, у них языковая подготовка просто недостаточная. Да, безусловно, абсолютно с вами согласна. Дело в том, что это уникальная задача, и она доступна далеко не каждому. Нам известно, что, например, в компании по переводу какого-нибудь контента есть один человек, на котором висит весь перевод языковой игры, он с этим успешно справляется, а у большинства других возникает ступор, как правило, да, и я согласна, что это может быть связано и с тем, что студенты недостаточно подготовлены. Безусловно, это допускается. В каждой группе выделялись звезды, минимум один человек, то есть вот из шести групп, да, то есть, ну, как правило, два, которые действительно генерировали идеи. И, возможно, это какой-то уникальный вот талант, но в то же время, вот мне кажется, этот курс, он немного помогает и тем, у кого этого таланта нет, немножечко его в себе развить и как-то избежать тупиковых ситуаций. Спасибо большое. Пожалуйста. У вас, да? Этот курс, он обязательный будет? Вот вы сказали, по-моему, что вы... Нет, это по выбору элективный. А, по выбору. То есть у студентов есть выбор, например... Конечно. Спасибо. Тут не каждый согласится на такое. Да, да, я же тоже подумала, он такой вот узкий. Это сложно, потому что достаточно. Спасибо большое. Елена Михайловна, я думаю, что это еще можно просто как часть основного курса перевода использовать. Вот, вот. Замечательно, да. Хорошая такая. Потому что, вот, например, у нас возникает, я все про свое, про общественно-политический перевод, потому что очень много, например, заголовков, в которых присутствует игра слов, и нужно проявить вот эту самую, да, креативность. Это не у всех получается. Ну, или в этом и лингвистический еще проблем, потому что несоответствие русского и немецкого, да, вот этой игре слов. Поэтому это тоже представляет особую переводческую трудность, над которой нужно, наверное, работать, ну, попытаться проявить. Вы говорили о статье своей, вот,
какие-то данные исходные вы нам отправите? Вот материалы этих статей, они уже все вот в печати. Mm-hmm. То есть, если вот вы мне на почту напишите, то есть, как только она будет опубликована, я вам сразу же перешлю. То есть, все это отражено будет. И техники формирования идей, мне кажется, это очень актуальный курс на данный момент. Я просто не смогла о них сказать, это, наверное, целый доклад надо делать, вот, потому что для меня это было открытие. Я просто прошла два курса по повышению креативности в Нью-Йоркском государственном университете и в университете Пенсильвании. Вот. И два этих курса, я сделала для себя просто массу открытий и поняла, что мир, он совсем другой. И совсем он, ну, скажем так, я к нему пока была не готова. Вот. То есть, что уже делается, что происходит, какие возникают идеи, какие курсы даются студентам за рубежом. В общем-то, и вот это я все попыталась систематизировать. Вот в этих статьях все будет, и как только будет, я всем, кому надо, обязательно поделюсь. А вот скажите еще один момент. А это вот на комиксы немножко, с комиксами никак тоже вот не связано, переводы комиксов, нет? Вот... Если комиксы, у меня вот чисто ориентированная языковая игра, у меня монографии есть по этой теме, пособия, ну, я этим занимаюсь уже вплотную 15 лет, поэтому мне вот в комиксах тоже, да, безусловно, есть. Вот что-то мне напомнило. Спасибо вам за идею, потому что комиксы я не включила в упражнение, вот это вот прямо включать. Случай, потому что у меня есть все, там и мультфильмы, и фильмы, и все на свете, и реклама, и такая сякая, но вот комиксы почему-то ушли. Спасибо вам большое за идею. Уже сегодня несколько идей записала, потрясающе у нас сессия. Спасибо. Да, действительно, тема очень интересная, как-то подняла, оживила, подняла настроение. Да. Спасибо большое вам за доклад. Спасибо вам. Ну, вот наш доклад, это следующий. В общем-то, наверное, не такой веселый, скажем так, да, не такой. Но, тем не менее, вот мы хотим вам представить свой проект. Можем назвать его межвузовским, потому что моя коллега Ирина Эдуардовна Санжарова является преподавателем Московского лингвистического университета. Вот. И это уже наше не первое совместное выступление, в данном случае на этой конференции «Магия ИНО». И думаю, что ну, нам удастся также вас заинтересовать. Так, я включаю презентацию, да? Наша тема звучит следующим образом. Способы достижения равноценности регулятивного воздействия русскоязычного целевого текста. На примере перевода реалий в информационных сообщениях немецкого общественно-политического дискурса. Так. А сейчас, Ирина Эдуардовна, у меня почему-то ничего. А, просто следующий слайд. Да, можно на стрелочку нажать. Да, там, а, на стрелочку. Ага. Да. Так, сейчас, извините. Итак, наше сегодняшнее выступление – это совместный проект МГИМО и МГЛУ, как я уже сказала, посвящено прагматическим аспектам опосредованной немецко-русской коммуникации и, в частности, способом достижения равноценности регулятивного воздействия русскоязычного целевого текста. Объектом исследования стали реалии и концепты общественно-политического дискурса в информационных сообщениях, предназначенных для носителей исходного языка. В качестве целевой аудитории рассматривается среднестатистический русскоязычный реципиент с ограниченной в исходном языке лингвокультурологической компетенции. Цель заключалась в выработке оптимального переводческого решения с целью обеспечения равнозначного коммуникативного эффекта исходного и переводного текстов. Ну, мы исходили из того, что, как и любая профессиональная деятельность, перевод имеет также свое общественное предназначение. Прежде всего, обеспечить подобие одноязычной коммуникации.
одним из важнейших параметров при сопоставлении текста оригинала и переводного текста является, наряду со структурой и семантикой, потенциал их воздействия на реципиента. Адекватный перевод призван обеспечить равнозначный коммуникативный эффект или, иными словами, эквивалентность реакции у носителей исходного языка и языка перевода. Данная способность вызывать реакцию у реципиента называется регулятивным воздействием, так как воздействие на адресата текст определенным образом изменяет, то есть регулирует состояние его разума, его эмоции, поведение. Будьте добры, следующий слайд. Рассматривая процесс перевода в контексте лингво-культурологической парадигмы, следует отметить, что участников опосредованной двуязычной коммуникации разделяет не просто отсутствие общего языка, а лингвоэтнический барьер, что делает необходимым прагматическую адаптацию исходного текста под культурные, психологические и прочие особенности носителей языка перевода, а зачастую также под запросы и ожидания целевой аудитории. Следующий слайд, пожалуйста, Елена Вячеславовна. Ну и, в общем-то, мы опирались на исследования немецких лингвистов, и один из них – это Альбрехт Нойберт, который считал, что аудитория исходного языка и языка перевода является одним из важнейших прагматических факторов в переводе. С прагматической точки зрения процесс перевода означает расширение аудитории, или еще точнее – установление потенциальных отношений между говорящими на исходном языке и говорящими на языке перевода, а не между исходным языком или текстом и языком или текстом перевода. Прагматическая адекватность перевода связана в трактовке Нойберта с классификацией исходных текстов. Он выделяет четыре типа коммуникативной направленности исходного текста, обусловливающих, соответственно, четыре разные переводческие стратегии. Вы их можете видеть на данном слайде. Это тексты, ориентированные на носителей исходного языка, тексты, ориентированные на носителей языка перевода, то есть они перечислены, тексты, предназначенные изначально носителями исходного языка, ну, имеющую общечеловеческую ценность и потому являющуюся частью межкультурного наследия, и тексты, основанные на общих потребностях носителей исходного языка и языка перевода, и адресованные любой аудитории. Пожалуйста, следующий слайд. И мы обратились к другой ученой из Германии. Представительница Scopus теории, немецкий лингвист и переводовед Катарина Райс, также проводит обусловленность метода перевода от типа исходного текста в зависимости от функции языка. В своей работе «Возможности и границы критики перевода» она приводит свою релевантную для перевода типологию текстов, они также перед вами. Это тексты, ориентированные на содержание. Прежде всего, сообщения, комментарии прессы, репортажи, коммерческая корреспонденция, всевозможные инструкции, официальные документы, учебные и специальные литературы. Во-вторых, это тексты, ориентированные на форму, то есть тексты, языковое оформление которых отвечает прежде всего художественным принципам, то есть те, которые больше выражают, нежели сообщают, и в которых языковые и стилистические фигуры подчинены целям эстетического воздействия на читателя. В-третьих, это тексты, ориентированные на обращение, то есть тексты, в которых апеллятивные функции являются доминирующими, в которых реклама, агитация, пропаганда и прочее выступают как основа и цель языкового высказывания. Ну и четвертый тип – это аудиомедиальные тексты, то есть те, которые распространяются радио, телевидением, интернетом, например, радиокомментарии, сообщения, радиоочерки, радиопьесы, ну и многие другие. Пожалуйста, следующий слайд. Поскольку мы говорим о теории Скопуса. Следует отметить, что теорию Скопуса, от греческого слова «скопус», то есть цель деятельности, Катарина Райс сформулировала совместно с Гансом Вейернером еще в 1984 году в их труде «Основы общей теории перевода». Скопус-теория постулирует перевод как вид деятельности в рамках коммуникативной ситуации, прежде всего характеризующейся присутствием двух разных культур.
она в определенной степени противопоставляется традиционной теории эквивалентности, как в центре внимания находится проблема адекватности перевода той цели, с которой он создается. Переводчик имеет цель в этом смысле адресата и должен отвечать на запросы и потребности этого адресата. Будьте добры, следующий слайд, Елена Вячеславовна, и вам слово. Спасибо, Елена Эдуардовна. И таким образом, адресат текста перевода – один из главных факторов, определяющих стратегии и методы перевода. Адресата – это получатели, читатели, реципиенты перевода. В свою очередь можно определить как лицо или группу лиц со своими специфическими фоновыми, предметными, языковыми знаниями и ожиданиями в определенной сфере общения, для которых предназначен текст перевода с равноценным коммуникативным эффектом и с максимально возможной семантико-структурной аналогичностью обоих текстов. Оптимальная прагматическая адаптация исходного текста под целевые запросы, ожидания и менталитет носителей языка перевода достигается с помощью определенных трансформаций, призванных эксплицировать составляющие языковую картину мира, концепты инокультурного социума. Пожалуйста, следующий слайд. Ирина Эдуардовна, вот мне кажется, вот этот слайд как раз сейчас должен быть. И вы потом как раз продолжите еще. Да. То есть цель переводчика как раз, да? Да. И таким образом цель переводчика – вызвать в языковом сознании реципиента максимально привычные ему образы и понятия, что обеспечит то самое подобие одноязычной коммуникации, постулируемое в трудах классиков отечественной транслатологии в качестве основной задачи перевода. Объектом данного исследования являются реалии и концепты общественно-политического дискурса, представленные в текстах следующей типологии. По коммуникативной направленности, согласно Альбрехту Нойберту, тексты, изначально предназначенные для носителей исходного языка. Второе, по функции языка, согласно Катарине Райс. И имеющие описательную функцию, то есть функцию сообщения информации. В качестве целевой аудитории рассматривается среднестатистический российский читатель с ограниченной в исходном языке лингвокультурологической компетенцией. Так, минутку, вот следующий слайд. В качестве основных детерминантов процесса перевода, с помощью которых может быть достигнуто оптимальное регулятивное воздействие, следует предложить следующие критерии. Во-первых, это прагматическая адаптация исходного текста в соответствии с культурной спецификой, лингвокультурологической компетенцией и расхождением информационных запасов представителей исходного языка и языка перевода. Во-вторых, по возможности компактное, доступное представление информации в языке перевода как альтернатива интеграции в переводном тексте комментариев или примечаний, которые зачастую затрудняют восприятие. И в-третьих, это отход от словарных эквивалентов или так называемых традиционных вариантов в пользу максимальной узуальности словоформ переводного текста в интересах достижения коммуникативного эффекта. Корпус исследуемой лексики охватывает прежде всего следующие сферы. Это название учреждений, церемониально-процедурная терминология, партийно-политическая ориентация, обозначение должностей, званий, рангов, темпоральные конструкции, обстоятельства времени, численные и количественные характеристики. А в качестве основной переводческой трансформации, позволяющей достичь равноценных коммуникативных эффектов и регулятивного воздействия, используется адекватная замена. Пожалуйста, следующий слайд. Так. Как раз данная таблица и иллюстрирует конкретные примеры применения метода прагматически адаптированного перевода. Я не знаю, присутствуют ли здесь коллеги, которые владеют немецким языком. Я хочу пару примеров буквально пояснить. Да, например, die Landtagswahl – это значит выборы в Landtag. Landtag – это земельный парламент в федеральных землях ФРГ. И предлагаем, соответственно, адаптированный перевод «региональные выборы». Или, более понятный пример, «Das Außenministerium der USA».
Министерства иностранных дел США, это дословный перевод с немецкого, и адаптированный – это Госдепартамент США. И совсем недавний пример, вот, ну, скажем, не то, что не актуальный пример, это речь нашего президента, которая именуется послание, ежегодное послание Федеральному собранию. Вот на немецком это звучит «Die Rede zur Lage der Nation», что означает речь, да, выступление о положении нации, если не ошибаюсь. То есть формулировка на немецком соответствует аналогичному выступлению американского президента. У нас же, как я уже сказала, это перевод звучит как послание Федеральному собранию. Пожалуйста, следующий слайд. И переходим. Мы представили краткие выводы нашего, в общем-то, исследования, что адаптивный перевод представляет практическую значимость ввиду возможности его имплементации не только в отношении сложившихся реалий и переводческой деятельности, но и последующих лексических новообразований в лингводидактической деятельности. Анализ и систематизация релевантных для перевода типологии текстов по их коммуникативной направленности и функции языка, представленных в трудах немецких лингвистов Нойберта и Райс, а также взгляд на проблемы эквивалентности через призму теории скопус, позволил обосновать целесообразность предложенных переводных стратегий. Далее следует список литературы, которую мы использовали для нашего доклада. Благодарим всех за внимание. Извините, что я несколько запиналась при выступлении. Пожалуйста, есть ли какие-то вопросы, комментарии? Так, ну, не вижу желающих выступить, поэтому у нас еще осталось 17 минут, и мне кажется, что мы можем обсудить какие-то вопросы, подискутировать. Может быть, у вас есть какие-то предложения или какая-то для нас информация, может быть, информация о ваших новых статьях, учебниках, каких-то проектах, в которых вы могли бы поделиться своим опытом преподавания перевода. Ну и комментарии, конечно же, к выступлению. А можно вот вопрос просто для того, чтобы для себя выяснить по предыдущим докладам? Ну, наверное, первый вопрос не вижу уже. Про стенограммы. Кто? Татьяна Николаевна. Вижу. Татьяна Николаевна, извините, еще да, вас по квадратике. Татьяна Николаевна, а вот насколько я поняла, вы пользовались стенограммами, и даже вы сказали, что вот стенограммами законодательного собрания, по-моему, да? Вы сказали? Ну, нашей. Да, да. Скажите, пожалуйста, но ведь для того, чтобы пользоваться стенограммой, вы должны владеть этим стенограммой сами, потому что, как вы их читали, вот такой вот мой вопрос, чисто утилитарный. Да, потому что означает использовать стенограмму? Ведь стенограмма – это система значков. Нет, это результат использования этой системы. То есть это уже расшифрованная стенограмма? Конечно. Спасибо, я хотела уточнить, потому что не собственно стенограмма, а скрипт, это, да, в устном переводе – это скрипт стенограммы. Ну, вообще это называется стенограмма. Даже на сайте Думы это так называется. Да? Да. Стенограмма. Ну, расшифровано. Стенограмма – это еще результат. Как бы... Да, потому что даже когда речь студенты делают, это называется скрипт речи. Хорошо, ладно, спасибо. Пока у меня все.
У меня еще есть тоже вопрос, ну, как бы не вопрос, а тоже дополнение. Во-первых, вот предыдущие докладчики, я бы хотела, будет ли презентация, потому что у всех в конце вот это данные, я имею в виду там имейл и все остальное, ну, обычно последний вот этот кадр, спасибо за внимание, он висит так мало, что я, например, не успеваю переписать контакты. Вот последний кто, или, может быть, если будет презентация или контакты, это первое. И второе я еще хотела сказать, вот, меня натолкнула на мысль Елена Александрова, которая выступала в плане креативности. Вот то, с чем еще сталкивается переводчик в реальной практике, может, это кому-то тоже будет полезно. И, может быть, это тоже как не отдельный курс, а это то, чем, ну, как бы, чем можно еще заниматься переводчиками. Такие профессии сейчас, как рерайтер и копирайтер. То есть я, например, с этим тоже сталкиваюсь. Рерайт – это, ну, скажем так, пересказывание статьи, то есть хорошо бы было бы, если бы студенты могли бы уже и это. Копирайт, он подразумевает большую креативность, скажем так, в процессе. Это больше, конечно, в специализации, ну, переводчика там маркетинговых каких-то текстов или что-то еще, но эти элементы, они тоже востребованы на рынке, это реклама, это, ну, это обязательно нужно. И поэтому, ну, скажем так, по моему опыту, я, например, это провожу, и я знаю, что, ну, это нужно, это востребовано, когда уже переводчик приходит работать непосредственно в какую-то компанию. То есть эти функции он запросто тоже может выполнять. Ну, скажем так, это мое замечание или примечание к всеобщей там теме. А можно вопрос задать? Актуальность. У меня вопрос к Марии Степановой и Дмитрию Троицкому. Там прозвучала у вас такая фраза, что... Ну, поскольку перевод в специальных областях востребован очень на рынке, то специализацию нужно начинать со второго-третьего курса. Даже это было не сказано, это было просто написано. Но тут возникает противоречие, потому что вообще какая-то специализация в переводе, ведь у студентов, я имею в виду вообще обучение переводу, начинается с третьего курса на бакалавриате. И возникает вопрос, как они могут специализироваться в какой-то области, если они еще не владеют вообще никакими навыками никакого вида перевода. Вот как с этим быть? Или вы думаете, ну, есть такие идеи, что можно бы осваивать перевод сразу в какой-то специальной области, так? Большое спасибо за ваш вопрос. К сожалению, Дмитрий Игоревич ушел, у него была запись на вторую часть прививки, поэтому ношу за него свои извинения. Да, я отвечу за нас двоих. Действительно, тут сложно немножко со специализацией, но мы считаем, что это реально. Но, как правило, насколько я знаю программы, сам перевод начинается уже на втором курсе во многих вузах, и на первых курсах есть какие-то элементы такие уже введения в перевод. И я согласна, пожалуй, вот со второй частью вашего вопроса, что да, можно делать это параллельно. Можно давать студентам общие знания по теории и практике перевода общие. Одновременно учим письменному переводу в кошках сразу, то есть осваиваем еще и кошек. Может быть, это даже не отдельный курс, как во многих вузах есть, именно по освоению систем автоматизации перевода, а просто письменный перевод, он осуществляется уже в этих системах. И тоже я знаю, что в многих вузах это делается. Вот, в частности, насколько мне известно, в РГПУ имени Герцена это делается, и в Санкт-Петербургском политехническом университете такие курсы есть, и все это реализуется. Одновременно мы уже учим переводчика переводить не ручкой по бумаге, а уже в современной системе. А то же самое со специализацией можно вводить параллельно, например, в качестве факультативов или в качестве курсов по выбору. То есть кто-то выбирает для себя, например, медицинский перевод, кто-то выбирает технический перевод, кто-то аудиовизуальный перевод. И это тоже реализуется во многих вузах, ну, в частности, с устным переводом, поскольку не каждый хочет быть устником и синхронистом. Во многих вузах традиционно курс синхронного перевода выносится как курс по выбору.
То же самое со всеми курсами специализации. Это могут быть курсы по выбору, где переводчики будут, будущие переводчики, специализироваться именно в том, что им более интересно и к чему у них лежит душа. Или наоборот, они попробуют и поймут, что никогда вот они не будут заниматься техническим переводом, а лучше пойдут во что-то другое, в маркетинговый перевод и так далее. Но тогда возникает вот какое противоречие. Дело в том, что если это будет курс по выбору, у него будет довольно мало часов. И когда часов мало, то у преподавателя должна быть какая-то база. Он не может одновременно объяснять элементарные понятия и те вещи, которые нужны в специальной области. И получается тогда, что вот здесь непонятно, чем он должен заниматься. То ли специальной областью, то ли вот созданием базы одновременным. А часов мало. В результате может оказаться, что в таком курсе по выбору не будет достигнута никакая цель. Ни создание базы, ни специализации. Но это вопрос уже к узкому построению курса, к конкретному методисту, преподавателю, который будет разрабатывать курс. На мой взгляд, должен быть именно базовый курс перевода, то, что мы называем именно общего перевода, где формируются основные переводческие умения, навыки, компетенции, те же трансформации тренируются и так далее. И отдельно курс специализации, где будет именно акцент на конкретную лексику, на определенные обороты, которые характерны для определенной сферы, или на определенные инструменты. Если мы, например, говорим о курсе аудиовизуального перевода, как отдельного вида перевода, который не имеет практически ничего общего с традиционным устным и письменным переводом. То есть это не взамен, а в дополнение к базовому курсу, тому, чему мы традиционно учим переводчиков. Но если они идут параллельно, и еще не создана база у студента, то человек, который, например, аудиовизуальным переводом занимается, он будет постоянно наталкиваться на проблемы, которые связаны с отсутствием базы. И тут у меня еще одна в голове, как бы, еще один вопрос. А есть ли смысл специализироваться в узких областях? Вот почему? Дело в том, что никакой практический преподаватель, ну, разве что он переводчик-практик, который специализируется в какой-то области, не сможет за короткое время, простите, нафаршировать студента достаточно для того, чтобы он хоть как-то был дееспособен в этой области. Более того, возьмем область, да, я сама работала, например, в авиации, как специальные переводчики, письменные и устные. Так вот, в авиации есть такие ответвления, которые страшно далеки друг от друга. То же самое в какой-нибудь нефтянке. В нефтянке нефтедобыча и нефтепереработка – это очень разные вещи. Чему должен обучить вот этот преподаватель на специальном курсе этого студента? Фактически непонятно чему. Если он нефтедобычу там осветит, а что с нефтепереработкой, а что с оборудованием, а что там, я не знаю, с экологией, которая связана с этим? Как быть? Фактически мы не можем дать специализацию узкую в рамках обучения, например, на бакалавриате. И я боюсь, что даже и в магистратуре. Мне кажется, более продуктивным подход, когда человека учат быстро наращивать терминологию в специальной области, методикам наращивания терминологии в специальной области. Мы не знаем, в какой области он будет работать. Его жизнь, этого студента, она от нас не зависит. Мы понятия не имеем, в какой там сфере ему случится зарабатывать деньги. Но умение быстро освоить терминологию, ту, которая нужна, вот это ключевое умение. А мы никогда ему не дадим именно ту терминологию, с которой он столкнется. Мы ее не знаем сами. Вот в чем беда-то. Я не согласна.
Так, я не согласна. Я отвечу вообще. Может, все-таки я отвечу, вопрос был адресован. Хорошо. Так, тут было несколько вопросов. Сразу скажу, может быть, я буду звучать категорично. Преподаватель, который сам не является практикующим переводчиком, не имеет права преподавать практику перевода. Ну, конечно, да. Это во-первых. Во-вторых, мы, естественно, не можем ставить себе задачу обучить всему-всему там в конкретной области. И вот тут соглашусь, что мы должны научить их именно инструментам поиска информации, осваивания терминологии в определенной области. И, естественно, если я, например, не перевожу медицину, я не буду учить студентов медицинскому переводу. Я, если у меня будет поставлена такая задача, я разработаю специализированный курс именно в той сфере, в которой я работаю как практикующий переводчик. То же самое касается и других преподавателей. Если таких преподавателей в ВУЗе нет, то вот здесь вот можно приглашать профессионалов из отраслей. И мы не можем действительно предугадать, кто с чем столкнется, но мы можем сделать студентам, например, общий курс перевода в сфере маркетинга, рекламы. Это достаточно широкая сфера. Это может быть достаточно тоже широкий курс аудиовизуального перевода. Это может быть курс технического перевода с освоением каких-то узких тематик, ну и общей технической лексики, во-первых, и какой-то одной, например, узкой тематики, где студент на конкретных примерах просто научится вот искать эту терминологию, строить глоссарии, работать со специальной литературой. Поэтому, да, исходим из реальных возможностей, из реальных потребностей. Опять же, если мы говорим о региональных вузах, например, то в каждом регионе есть своя специфика. У кого-то это сельское хозяйство, у кого-то та же нефтянка. Это тоже надо использовать для того, чтобы дать нашим выпускникам инструменты, с которыми они выйдут в реальную переводческую жизнь и будут работать. Ну, то есть, на самом деле, вот как я вас правильно понимаю, вот те тематические области, которые вы выбираете, они не являются целью. Фактически они являются инструментом на самом деле. Если я правильно поняла, да, для того, чтобы объяснить, как нужно работать в специальных областях. Да. Тогда, да, конечно, это выполнимо в тех рамках, в какие мы поставлены в вузах. Потому что при том количестве часов, которое есть, мы, конечно, не можем глубоко никакую область изучить вообще. Да. Я прошу прощения, я вынуждена, наверное, закончить нашу дискуссию, очень интересную. На сайте конференции... Да, Мария Михайловна, пожалуйста. Да, извините, пожалуйста, что прерываю. Просто очень интересная секция. Действительно, со многими хочется пообщаться и подискутировать, и обсудить общие вопросы. И я предлагаю уважаемым коллегам продолжить наши беседы через месяц в МГИМО Одинцово, в Одинцовском филиале. С 27 по 29 мая пройдет конференция, которая посвящена именно вопросам обучения переводу. Профессионально ориентированному переводу. Еще можно подать заявки официально до 25 апреля, но мы подождем еще неделю до 3 мая. Поэтому, коллеги, если интересно, я вышлю информацию о конференции и буду рада видеть вас с докладами. Конференция пока заявлена в гибридном формате, то есть можно приехать и выступить в реальной аудитории. Можно онлайн для тех, кому неудобно приезжать в Москву и в Подмосковье. Поэтому, коллеги, я с удовольствием увижу вас и услышу ваши доклады на нашей конференции. Я, если можно, то скину в чат свою электронную почту, если кто-то не знает. Вот, можете мне написать, я вышлю всю информацию. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Мария Михайловна. Спасибо большое, коллеги. Я считаю, что доклады, сделанные на нашей секции и дискуссии, являются определенным вкладом в развитие переводоведения и дидактики перевода. Всех благодарю еще раз за проявленный интерес к нашей конференции. И хочу вам напомнить о пленарном заседании, которое начнется в 15 часов. Благодарю всех за внимание. Ссылки были разосланы вам, и можно заходить через сайт конференции.
Вот, кто хочет смотреть на английском языке, может выбрать английскую версию сайта конференции. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо большое. До свидания.